Хорошо. Добрый день, друзья. С вами Архивная революция, канал Тактик Медиа. Я Михаил Тимин. И сегодня у нас стрим с Алексеем Валерьевичем Исаевым. Алексей Валерьевич, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Извините, у нас технические трудности, поэтому просим вас еще раз, так сказать, подсказать нам, есть ли у нас звук и изображение. Ну, мы пока, наверное, все-таки начнем разговаривать, да, чтобы не терять время. Друзья, по итогам прошлого стрима с Мирославом Эдуардовичем Морозовым был задан вопрос о том, как гостям из ближнего зарубежья работать в Центральном архиве Министерства обороны. Это требует получения разрешения от начальника архивной службы Министерства обороны, соответственно. Да, если что, начальник архивной службы, это опять же на сайте Минобороны это ищется. Подерин Эдуард Аркадьевич, начальник архивной службы Вооруженных сил Российской Федерации. Ну, этот запрос можно отправить в электронном виде, естественно, или в письменном. Ну, вообще говоря, в письменном виде e-mail есть архивная служба, но вообще по моему опыту... Лучше письмо, да? Да, это отправляется письменно, то есть есть адрес, опять же, контакты с индексом Москва, Фрунзенская набережная, дом 22/2 и так далее. Ну, можно начать с электронной почты, но я боюсь, что попросят все же прислать письмо и к гражданам республик бывшего Советского Союза. Конечно, отношения более благожелательные, чем, например, к дальнему зарубежью, потому что дальнего зарубежья архивной службы, опять же, насколько я знаю, насколько я слышал, очень такой у него был неприятный опыт с Бивором, когда его, в общем, пустили, а результат был, мягко говоря, не совсем тот, который хотелось бы видеть от честного историка. Это вопрос, конечно, не к архивной службе, а именно к интерпретации тех данных, которые были даны. Ну вот с этим связан. Ну и кроме того, это еще и вопрос разного рода взаимодействия, связанного с копированием документов и прочим. А так, я лично, опять же, видел в архиве и неоднократно людей из республик, понятно, что до... 2014 и до пандемии, и до там, 2014 года были историки, которые приезжали, там, например, из Киева или там, из Мариуполя. Ну, сейчас, конечно, ситуация несколько изменилась в этом отношении, но тем не менее, все равно приезжают, работают. Это все возможно, тем более, что не все есть, конечно, на памяти народа, но моя рекомендация – начинайте с памяти народа. Если какие-то лакуны обнаруживаются в информации, выложенной уже, включая УПК, учетно-послужные карточки, которые последняя новинка апрельская, пожалуйста, тогда пишите, что называется, письма, да, запросы и обращайтесь в архивную службу. Начните с электронного письма, ну а там, я думаю, что все будет, все решаем, все можно, так сказать, в крайнем случае написать действительно письмо, получить ответ и после этого уже, соответственно, планировать поездку. Ну, вроде бы у нас есть звук, насколько я понимаю, да? Да. И начнем, наверное, так сказать, с вопросов, да, Алексей Валерьевич? Да, не будем, наверное, дальше уже предвариловку это самое, чтобы время не терять, потому что и так мы тут несколько минут потратили на технические вот эти вот проблемы. Тут у нас есть очень интересное письмо, которое нам написало, что характерно девушка. Мы уже говорили об этом, то, что и нам... И опять же, я неоднократно говорил, да, что есть, как быть, женщина, как Барбара Такман, например, которая написала мощную книжку «Августовские пушки». То есть, это тоже свой взгляд, очень интересно. Да, у нас по статистике на канале 7% девушек нам смотрят. Да, поэтому мы относимся к этому с уважением и считаем, что это хорошо и правильно. Да, Анна Александровна Иванова, она даже написала вот... письмо, что когда она находилась в больнице, у нее были послеоперационные, так сказать, проблемы, она вот смотрела ролики с Алексеем Валерьевичем и таким образом спасалась, ей это, так сказать, облегчалось, вот это тяжелое положение. Так что, Алексей Валерьевич, в поддержку от Анны Александровны вам, так сказать, привет, добрые поздравления, поддержка. Спасибо. Спасибо огромное, нет слов вообще, мы просто тронуты до глубины души. И вопрос. Едут по Берлину наши казаки. Такое было? Какова роль казаков в Великой Отечественной войне? Ну, я бы так сказал, что постоянно взятая столица, она, конечно, является главным призом. И, разумеется, народная молва приписывает события к ней. Но на самом деле основную роль казачьи
формирования, это кавалерия в первую очередь, они сыграли все же в южном секторе Советско-Германского фронта. И если говорить о том, чем отличились те самые едущие по Берлину казаки, они потом, конечно же, могли попасть в Берлин, это Балатон. То есть это казачий кавкорпус, который противостоял немецким попыткам деблокирования Будапешта в январе 1945 года. В конце концов, даже можно вспомнить еще и конно-механизированную группу Плиева, которая прошла и до Одессы, и наступала в Белоруссии, позднее наступала в Венгрии. Одним словом, это в основном южный сектор Советско-Германского фронта. Поэтому в Берлин могли попасть уже, что называется, постфактум. Хотя кавалеристы, например, участвовали в берлинской операции, но не в уличных боях, разумеется, а внешний фронт окружения, и они выходили навстречу союзникам к Эльбе. Есть замечательные фотографии, как американцы с удивлением рассматривают шашки, которые, естественно, были оружием, скорее, такой средством психологической подготовки, а воевали кавалеристы, понятное дело, обычными средствами, как ездящая пехота. Спасибо большое. Так, следующий вопрос, его тоже задали прям буквально перед нашей передачей. Максим Лишаев спрашивает. У меня дилетантский вопрос. При быстром наступлении мехсоединений, которые организуют большие окружения, как удается удержать фланги? Хотелось бы в деталях. Значит, ситуация следующая, что, разумеется, есть такой просвет между пехотой и механизированными соединениями, которые уходят в глубину. И как раз-таки Жуков в 1941-м стремился использовать вот этот вот просвет для того, чтобы нанести поражение противнику. В основном расчет строится именно на то, что при нанесении удара на большую глубину у окружаемого не остается возможности использовать все те лазейки, которые присутствуют. Разумеется, пустоты, они есть, и, например, есть прецедент, если не ошибаюсь, 53-й стрелковой дивизии под Вязьмой. Я, в принципе, об этом эпизоде рассказывал, но так, вкратце напомню. Идет наступление немцев на Вязьму, уходят танковые дивизии немцев в направлении Вязьмы, а пехота еще, как говорится, телепается за ними пешком, отстала на какое-то время, на какой-то там один, на несколько переходов. И командир 53-й стрелковой дивизии разумно предположил, что надо прорываться не на восток, где, собственно, металлическая крышка котла из танков, а строго на юг. И он умудрился выскочить из Вяземского котла, проскочив в том числе перед носом дивизии Дасрайх, которая двигалась, называется, по следам танков и со своей специфической задачей. А в целом, если говорить об этой технологии окружения, существовали у немцев, например, моторизованные дивизии, которые в 1941 году выполняли функцию тех, кто выкладывает такое отдельно, что называется, линию обороны от окружаемых, не позволяет им вырваться. То есть они не были главной ударной силой, потому что в 1941 году у них вообще не было танков. Но они давали ту самую мотопехоту, которая могла проехать на автомобилях, называется, лишние 50-100 километров, встать в оборону и держать фланги котла. То есть эта проблема, она решалась комплексно. То есть, с одной стороны, допускали, да, можно просвет, с другой стороны, его частично перекрывали теми же моторизованной пехотой. Ну и опять же, когда корпус двигался, как правило, там одна-две дивизии шли впереди, одна-две дивизии уступом справа и слева, и, так сказать, вот этими параллельными движениями они обеспечивали как раз-таки фланги. Да, параллельное движение, вот это тоже было характерно, когда идут параллельным путем с небольшим уступом, что тот, кто пытается бить во фланг, идущий на острие, сам попадает под удар. То есть, ну, такие комплексные мероприятия, можно сказать. Так, ну что, пойдем дальше. Да. Так. Очень интересный ник. Да. Мой господин. Мы оценили. Да, спасибо за поддержку.
так уверен, вы знаете о Старчаке и событиях на Угре 41 года. Читал, что немцы не планировали брать этот рубеж, их основные силы ушли на север под Вязьму. Если оценка этих событий немцами, как вы оцениваете события на Угре и роль Старчака? Почему ему так и не присвоили звание Героя Советского Союза? На это я скажу так, что действительно, если говорить о событиях октября 41 года, движение дивизии Das Reich, которую мы только что упомянули, эсэсовская дивизия, моторизованная, она действительно имела задачу на севере. То есть, куда отправили эсэсовцев, и отправили достаточно, на самом деле, разумно и грамотно, в глубокий обход Вяземского котла, отправили их, на самом деле, на перекрытие шоссе Вязьма-Москва. Предполагалось предотвратить, в том числе, деблокирующие удары, и они их на самом деле предотвратили. Когда попытались двумя танковыми бригадами при поддержке бронепоезда с гордым именем Засталина прорваться к окруженным, то столкнулись как раз эти деблокирующие силы, на самом деле не очень многочисленные, они столкнулись с эсэсовцами, которые как раз-таки прошли, ненадолго столкнувшись с Старчаком, и усилены они были еще танковым полком из 10-й танковой дивизии. 7-й танковый полк усиливал эсэсовцев и двигался вместе с ними вплоть до момента наступления на Можайскую линию обороны. И вот эта вот собранная временная группа с приданными танками, она обладала достаточно большой ударной силой, потому что моторизованная дивизия Das Reich была достаточно многочисленной. И, конечно, Старчак не мог ее сдержать. Есть, напомню, что численность отряда Старчака – это около 400 человек. Это немного. И понятное дело, что имеющая, в том числе, там, гаубичную артиллерию дивизия Das Reich, она была способна пробить куда более прочную оборону. И пробила реально фланг Можайской линии обороны, собственно, на шоссе, точнее, к северу от шоссе, и благополучно, так сказать, пробив этот заслон, вышла в тыл обороняющимся непосредственно на седлающем шоссе подразделению. И сдержать ее бойцами с легким оружием, это, прямо скажем, немалую силу, было проблематично. Что называется, были проблемы с танковой бригадой. А помимо этого, Старчак, насколько можно судить, сталкивался еще и с той группой, которая шла на Малый Ярославец. То есть немцы, они как бы охватывали котел, предотвращали его деблокирование. Еще одна группа шла на Малый Ярославец. Естественно, многого Старчак сделать не мог. Но тем не менее, когда немцы высылали по разным дорогам разведку, и она наталкивалась на какое-то сопротивление, конечно же, заставлял выбирать какие-то, может быть, другие маршруты, но в целом я не могу сказать, что немцы Старчака именно заметили. И кроме того, быстро двигаясь, они часто и не фиксировали конкретно, с кем они сталкивались. И можно даже сказать, что сопротивлением оказал какой-то не вполне понятный, известный отряд окруженцев. То есть те, кто пытался вырваться из окружения. Но вот что касается «не дали Старчаку», строго говоря, в 1941 году награждали скупо. Будем откровенны, что в условиях неудач считалось, что при общей неудаче раздавать награды – это неправильно. И награды давали в случаях серьезных, исключительных. И поэтому, например, там, Герой Советского Союза – это в 1941 году действительно что-то выбивающееся из ряда. Потому что вот это была такая отечественная традиция награждения. Ее можно там критиковать, одобрять, но это просто факт. Давали в 41-м скупы. Гораздо чаще награждали в условиях успешных наступлений, даже в том же 41-м контрнаступлении. Ну и опять же, то, что они не собирались брать рубеж реки Угры, так они не думали, что там вообще что-то есть на этом рубеже. Они же уже шли в глубину, думаю, что советских войск-то нет, да, уже вообще. У них возможности двигаться в глубину было много. И нельзя сказать, что там оборона Старчака была вовсе бесполезной, но, тем не менее, это было, как говорится, для них такой вот небольшой очаг сопротивления, который можно было легко обойти. Нет, тут вопрос-то основной в том, что как бы было или не было там немцы
у них не собирались туда идти, они-то не собирались. Нет, не собирались, не собирались идти. То есть, так сказать, нажим некий был, то есть они, пробиваясь по маршрутам, им, так сказать, назначенным, они, естественно, Торчака так или иначе затрагивали. Но другой вопрос, что действительно, если бы он стал у них на пути именно вот, что называется, направление главного удара, он бы вряд ли устоял. Ну и без этого понятно, что отряд под ударами обладающих тяжелым оружием немецкое подразделение, он понес тяжелую потерь, там, по-моему, из 400 осталось хорошо, если каждый десятый. Понятно. Опять же, продолжаем тему девушек. Да. Еще одна Анна. Анна Яковлева задает вопрос. Спасибо за поддержку. Алексей Валерьевич, добрый вечер. Общий вопрос. Владеете ли вы информацией об учебных программах по истории Великой Отечественной войны в общеобразовательных школах? Как вы оцениваете их? Так скажем, я не обладаю актуальной информацией, но, насколько мне известно, есть такая вот система цикличности, то есть возвращаются к одной и той же теме несколько раз, а в сумме на Великую Отечественную войну дается очень мало времени. Что, на мой взгляд, неправильно. Конечно, не надо перебирать, то есть, опять же, давить на школьников в восприятии такой информации, очень важной, на самом деле, мировоззренческой, не стоит. Это можно вызвать такую ответную, не вполне, может быть, разумную реакцию подрастающего поколения. Но, по-моему, с программами очень уныло. И у меня есть сын, и он мне показывал учебник. Он сам как бы тоже понимает, что там написано местами ахинеи. Ну вот он предпочитал там не спорить с учителем. Ну вот учебник, прямо скажем, оставляет желать лучшего. Вообще, те учебники, которые я видел, с ними тоже... Может быть, это своя там методология, которую я там не понимаю. Но, на мой взгляд, с преподаванием Великой Отечественной войны довольно уныло. И это плохо, потому что оно преподается хаотично, с нажимом. И вообще, у меня есть, как говорится, мечта, I have a dream, именно пойти вот 40 минут, рассказать всю войну за 40 минут. Попытаться на пальцах объяснить, в том числе людям, не владеющим какой-то базовой информацией, как происходила война. Понятно. Алексей Алексеев, спасибо огромное за поддержку. Вопрос. Как бы повернулась мировая история, если бы 20.07.44 года все получилось наоборот? Вышел бы СССР из войны сверхдержавой. Вышел бы СССР из войны сверхдержавой. 20.07.44 все получилось наоборот. Так. Получилось наоборот. 20.07. Ну, в смысле, убили бы Гитлера. Да, ну, я надеюсь, я правильно понял вопрос, что если бы Штауфенберг вспомнил, чему его учили давным-давно, и оставил бы вторую бомбу, и она бы бахнула и убила Адольфа Гитлера, да, этого, так сказать, действительно чудовищного персонажа. Безусловно, СССР с точки зрения позиции в рейтинге мировых держав, СССР вышел бы из войны сверхдержавы, потому что, что мы сверхдержава, мы продемонстрировали до 20 июля 1944 года. Где мы это сделали? Мы это продемонстрировали под Москвой, когда остановили блицкриг и отбросили немцев от столицы. Мы это продемонстрировали под Сталинградом, где на вершине могущества Третьего рейха нанесли поражение его сильнейшей 6-й армии Паулюса. Наконец, 20 июля уже был, извините, Багратион, уже был выход на, кстати, границы Советского Союза на более широком фронте, чем весной, уже был марш побежденных по Москве. Мы уже по факту на 20 июля находились в статусе сверхдержавы. То, что мы закончили войну в Берлине, это просто закрепило этот статус, который уже был приобретен. Понятно. Максим Песцов, спасибо за поддержку. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Прадед был ранен и погиб 27.08.41 года. В данных из госпиталя написано «Запасной полк, город Торопец». Запасные полки – это что-то вроде КМБ. Как мог запасной полк попасть под удар? Спасибо большое. Ну, в запасных полках, конечно, действительно учили. То есть в запасной полк, причем полк по численности мог превосходить некоторые дивизии тогдашние. Действительно, велась подготовка, обмундировывались, вооружались прибывающие пополнения. А попасть он на фронт был очень легко.
прорыв немцев, естественно, отправляли всех, кто был под рукой. Это мог быть кто угодно. Это могли быть и, извините меня, даже какие-нибудь батальоны аэродромного обслуживания. Он тоже мог быть отправлен в бой в результате немецкого прорыва. Поэтому учебные подразделения, они тем более шли в первых рядах, или какие-нибудь курсанты, например, училищ. Училища тоже отправляли в бой, не дрогнувши рукой, в критической ситуации. Поэтому, скорее всего, был какой-то прорыв. Тем более, насколько я могу судить, как раз в августе, я так примерно по датам, если прикидывать, как раз немцы поворачивали на север, и там даже, по-моему, локальное окружение было. 22-ю армию там окружили, конечно. Да, да, как раз и в условиях такого окружения понятно, что для восстановления фронта могли использовать всех, кого только можно. Там как раз 57-й корпус ударил. Ну да, то есть это как раз был этап, когда к немцам подошла пехота, и моторизованные соединения начали, так сказать, сметать, будучи высвобожденными с оборонительных позиций, начали наносить удары, которые имели крайне неприятный эффект. Спасибо большое. Георгий, спасибо за поддержку. Мог ли СССР выстоять в случае, если бы к Барбароссе присоединилась Турция и пара немецких корпусов наступала бы еще с ее территории? Лишение закавказской нефти, южного маршрута ленд-лиза и прохода через проливы, добавление турецкой армии в союзники давало Германии шансы на победу? На это я скажу так, что основную опасность в этом случае, конечно же, представляла авиация. То есть бомбардировки, массированные бомбардировки Баку, Грозного могли иметь крайне негативный эффект. Это действительно был основной источник нефти для Советского Союза. У нас и так нефтяной баланс был очень напряженный, и бомбардировки только ухудшили бы эту ситуацию, привели бы к критической. Что касается наступления в Закавказье, я по опыту, опять же, предыдущих войн, можно сказать, что вряд ли бы там удалось достичь каких-то серьезных успехов. Советские войска в Закавказье были достаточно сильными, а для Турции там была проблема, в полный рост стояла проблема снабжения тех войск, которые действуют на достаточно удаленном для конкретной географической области театре. То есть это всегда было проблемой. Действия на этом направлении для турок и даже в неудачных для России войнах этот фронт был вполне результативным, насколько можно судить, что называется, читая литературу, я стараюсь, кстати, расширять кругозор, читать ее. Поэтому я достаточно скептически оцениваю возможности, что называется, турецкой армии дойти до, пусть даже, может быть, при поддержке одной-двух там немецких дивизий, до Баку пешком. Это вряд ли. Но вот бомбардировки могли закончиться очень плохо. И бомбардировки могли привести к серьезным нарушениям, сбоям. Тем более, что хотя и в ПВО, например, в Баку в первую очередь поступили те же ЯК-1, но все равно массированный налет – это массированный налет, тем более ночью, когда те же Яки бесполезны. Нужна именно либо точная стрельба по радару или там ночные истребители. И с тем и с другим были серьезные проблемы. Спасибо. Даниил Смирнов, спасибо за поддержку. Можно ли считать тягач Ворошиловец в полной мере аналогом немецких арт-тягачей? Нет, нельзя, поскольку, ну, во-первых, это машина несколько другого класса. Я бы сказал, что она, ну, в какой-то мере, да, ее можно считать аналогом 18-тонника. Но 18-тонник, он, во-первых, использовался для сверхтяжелой артиллерии, и использовался для целей эвакуационных. Ворошиловцы у нас в основном как раз-таки шли для задач эвакуации техники, тех же там танков новых типов, тех же танков КВ. И лишь в малой степени ворошиловцы были задействованы в тяжелой артиллерии. Поэтому большая лакуна была как раз-таки в области тягачей промежуточного класса. То есть, чтобы тягать А-19, 122 пушку, МЛ-20, вот с этим были наибольшие проблемы, которые немцев решались как раз более слабыми машинами, чем 18-тонник, но имевшихся в большом количестве. 18-тонники, да, там, что называется, трое с запряжкой трехцугом могли там что угодно утащить, даже, как говорится, тигр из грязи. Угу.
Кен Хакер. Спасибо за поддержку. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Могли бы порекомендовать литературу о работе военных связистов и связи в целом? Из того, что знают только военные связисты в боях за Родину. Спасибо большое всему каналу. Спасибо вам за поддержку. Я могу рекомендовать, во-первых, книжку «История войск связи». Это, по-моему, трехтомник, причем последний том в двух частях. Достаточно толковое для своего времени издание, хотя сейчас скорее оно может найтись на каких-нибудь букинистических сайтах или в библиотеках, но там очень много вещей, просто объясняется механизм работы. Ну и на самом деле, может быть, стоит поискать по памяти народа просто какие-то практические примеры того, как это все применялось на практике, какие-то отчеты, например, какой-нибудь фронтовой отчет, в котором обязательно найдется фронтовой отчет об операции, отчет по связи. А так тут, да, история войск связи, он, ну, не сказать, что прям библиографическая редкость. Ну, достаточно профессионально написан. Ну, да, сейчас практически во всех соединениях, во многих объединениях отчеты о боевых действиях там помесячные, где всегда практически есть раздел связь. Всегда есть. Помесячно, опять же, требовали отчеты именно помесячные. Там чаще всего было свои войска, войска противника, инженерные, там, танковые и связисты. Что нового по каждой из позиций. Спасибо. Дмитрий спрашивает. Спасибо за поддержку. Привет из Новосибирска. Спасибо вам и коллективу канала за ваш труд. Спасибо большое вам. Почему предвоенный экономический, промышленный, технический потенциал Германии, тягачи, артиллерия, авиация, так сильно превосходил потенциал СССР, хотя Германия пережила тяжелое поражение Первой мировой войны и последующие экономические кризисы? Ну, все же Германия была объективно богаче, причем богаче еще с 19-го столетия, когда Объединенная Германия, что называется, рванула резко вперед в экономическом отношении, чем какое-то время они были как Китай. То есть качество продукции невысокое, но цена низкая. Но потом постепенно оно наращивалось, и элементарно накапливавшийся опыт, большое количество металлорежущих станков, в целом, опять же, там благоприятная среда для природных богатств, имелся и металл, уголь. Много угля. Да, да. И все это позволяло немцам достигать немалых высот в технологическом отношении. И на самом деле, если говорить о предвоенных годах, то мы развивались скачкообразно, но очень многое было, что называется, упущено во время этого скачка. Поэтому знали бы заранее, например, могли купить прям в 32-м году еще до Гитлера какой-нибудь полугусеничный тягач Краус-Мафей. Но знать бы заранее, что покупать. Еще проблема, опять же, ну купили мы зенитки 20-30-миллиметровые у немцев. Сделать не смогли в тот момент, в начале 30-х. А так, на самом деле, вот если говорить о том, что, например, механизм успеха, возьмем мои, так сказать, любимые с недавних времен пороха. Немцы в Первую мировую войну столкнулись, что для того, чтобы производить нитроглицериновый порох, который они уже тогда использовали, нужно изымать продукты питания. То есть это шло из пищевых производств, глицерин. Можно сказать, отжимали у населения, население питалось брюквой, а глицерин шел в порох. Задачей было найти замену. Какая была найдена замена? Дигликоль. Они сначала помучились с гликолем, потом дигликоль, то есть это на самом деле, я помню, не замерзайка сейчас, который производится синтетически, можно производить синтетически, не нагружается пищевая промышленность, не нагружается, вот как у нас, пищевая промышленность на обычный этиловый спирт. И немцы в 29-м году, еще до Гитлера, начав это, стартовав процесс с дигликолевыми порохами, они вышли, что называется, к войне готовыми и имея и ресурсную базу, и технологию, и имея возможность там производить даже в условиях блокады достаточно пороха. А мы вот утыкались в эту проблему, что для пероксилиновых порохов нет спирта, который делается пищевой. Для нитроглицериновых проблема с глицерином, и там у нас еще с присадками к ним химическими. И вот
это все мелочи, которые накапливаются десятилетиями. У немцев десятилетия зажигание. Было. Когда в Германии началась эта самая реформа школьная? Да, да, то есть когда это еще при Бисмарке началось, да. Насколько я помню, всеобщее образование. Это тоже влияет, когда, конечно, может быть, многие поспорят, но вот в то время как в России закон о кухаркиных детях, ограничивая тех людей, которые могут получать образование, в Германии как раз-таки наоборот всеобщее образование, и это всеобщее образование позволяло просеивать людей в поисках действительно талантливых ребят, которые могут стать инженерами, телеграфистами, теми же химиками. Да. И это было очень важно. И вот России требовалось как раз-таки максимально широкоохватное образование уже тогда, в 1890-е годы. А вот тогда, как мы знаем, был указ о кухаркиных детях. При всем, так сказать, уважении к государству, образующей роли Александра Третьего. Ну да, и вот как Михаил Юрьевич Мухин говорит, что приехали смотреть на немецких заводах, говорят, а немецкие рабочие свободно читают чертежи, там, а у нас такого, в принципе, невозможно, да, что вот была такая ситуация сейчас, потому что у нас просто людей мало. Потому что так-то, в принципе, у них тоже в основном, что там, 7 классов народной школы, в основном всего населения было, и ничего такого, в общем-то, выдающегося, но это у них было уже из поколения в поколение, у них уже были наработаны, связанные с этим все институты, то есть и учителя уже были не в первом, не в втором, и даже не в третьем, не в четвертом там, поколении, да, просто совершенно другой уровень. А у нас, извиняюсь, там, в начале 30-х годов еще там метались, какое образование вообще, как вообще строить систему образования даже элементарно в школах. Поэтому тут то, что мы отставали от них, это объективная причина. Это объективное причина, отставание, да, и оно имело место, и на самом деле, ранее, не надо думать, что оно началось как в 30-е годы. Да, Вадим Казанков, спасибо за поддержку. А можно ли считать первую Ржевско-Сычевскую операцию как превентивную меру планируемого немецкого наступления против войск Западного фронта, или это случайность? Было ли у Ставки какие-то данные об этом? Насколько известно, это все же совпадение было случайным. Другой вопрос, что советская стратегия предусматривала общую направленность перехвата инициативы. Поэтому, не зная объективно, то есть имея какие-то разрозненные сведения в рамках вот этой дезинформационной кампании «Кремль», не зная о готовящемся смерче объективно, не имея объективной информации, и вот эта направленность на перехват инициативы, она нас спасла. И это просто урок к тому, что надо всегда стремиться перехватывать инициативу, иначе сами ударят, и будет только хуже, невзирая там на все трудности, с которыми столкнулась та же Ржевско-Сычевская операция. Алексей Карпенко, спасибо за поддержку. Спасибо. Пишите, если захотите вопрос, потому что вопроса нет. Михаил, спасибо за поддержку. Спасибо за вашу работу. Спасибо вам за поддержку. Пишите тоже вопрос, ответим. Просто вопроса нет. Так, следующий. Да, вот нас спросили насчет, будут ли темы на тему морской войны. Ну, Франции 40, будет Африка. Я заранее анонсирую, что будет про Роммеля, про, так сказать, маятник в пустыне, это все будет. Да, Евгений Телешов спрашивал. И, возможно, еще будет с другим специалистом, возможно, будет война на Средиземноморье именно по флоту. Угу. Но это пока еще прорабатывается, пока мы еще не знаем точно, как получится. То есть в планах есть. Угу. Вот, а там посмотрим. Так, дальше. Сергей Мещеряков, спасибо за поддержку. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Спасибо за вашу работу. Вопрос, где можно найти документальную научную литературу по переговорам США, Англии и Франции в 1939 году? И где можно найти подтверждение отсутствия плана помощи Польши у союзников? Нет, значит, США там, по-моему, немножко... СССР, Англия и Франция. Это я, наверное, просто быстро читал. Да, в 1939 году. Ну, наши переговоры. Не, на самом деле, это прежде с чего стоит начинать, это есть двухтомник «Год кризиса», это документы, на самом деле, документы вполне нормально читаемые, и это то, что стоит прочитать в первую очередь, вот этот обмен депешевый, потом, на самом деле, вполне нормальное для своего времени, сохраняющее свое значение, это Сипполс и Панкрашова, как раз-таки о
неудачи переговоров, то есть там объясняются какие-то, может быть, детали, то есть надо, понятное дело, относиться критически, потому что писалось в советское время и с определенными, так сказать, идеологическими установками, но тем не менее прочитать стоит именно с точки зрения разъяснения смысла того, что было в депешах. Поэтому, если говорить полное название, вот я специально нашел Панкрашова-Сиполс, почему не удались переговоры СССР, Англии и Франции 1939 года. Понятно, что книжка устарела, но если вы начинаете с этим знакомиться, стоит прочитать эту книжку, прочитать «Год кризиса». Недурно все это изложено в новом 12-томнике, соответствующий том по международной политике. Там это тоже излагается. Вот, если говорить, опять же, еще какие-то параллельные сюжеты, я рекомендую, например, Мельтюхова. Угу. Там по прибалтийский плацдарм. То есть вот тема Прибалтики, которая играла на самом деле огромную роль в этих переговорах. Все это. А так, что касается, например, отсутствия планов, это я в иностранной литературе черпал. То есть это на нерусском языке. Это есть целый ряд книжек по 1939 году, по Польше, начиная со Спрейки. Mm-hmm. Там это все излагается в той или иной форме. Mm-hmm. Так, большие потери в военнослужащих СССР во время Великой Отечественной войны иногда объясняют тем, что СССР не подписал Женевской конвенции о военнопленных. Вопрос, почему СССР не подписал? Второе, действительно это сыграло? И как относились к немецким военнопленным? И позиция Красного Креста в целом по этому вопросу. Ну, вообще вопрос такой большой. Ну, вопрос, да, на самом деле большой. Тут самое главное, что надо понимать, Женевская конвенция, она, как тот человек, та страна, которая ее подписывает, она сама обязуется, вот именно эта страна обязуется обращаться нормально с пленными, которые взяты этой страной. То есть Германия, подписав конвенцию, она обязывалась тем самым обращаться определенным образом с взятыми пленными. Соответственно, если СССР не подписывал эту конвенцию, это не означало, что с его пленными можно было делать все, что угодно. Это абсолютно не означало. Это только означало, что СССР опирался в своих, так сказать, представлениях о том, как надо обращаться с пленными, на более ранние документы. И, кроме того, он мог безотносительно конвенции брать на себя обязательства по обращению с пленными определенным образом. И то, что советскими пленными обращались безобразно, причина этого заключается в общей политике геноцида, которая продвигалась в Германии. И это уже было, что называется, колесо, которое было раскручено еще до войны. Было понятно, что, так сказать, политика на Востоке, она радикально отличается от той политики, которая применяется к пленным, например, взятым на Западном фронте. По, так сказать, комплексу причин и отношение к советским военнопленным, оно изначально было направлено на очень условное соблюдение всех и всяческих конвенций. Красный Крест к Сужевску прошел. Да? Ну, на самом деле пытались вести переговоры, но они достаточно быстро сошли на нет. И здесь дело было совсем не в Женевской конвенции. Здесь было в общем ожесточении войны между СССР и Германией. Это в любом случае не дошло бы до каких-то конструктивных переговоров ввиду того, что СССР не рассматривалось как обычный противник. Да, посмотрите, вчера только вышел фильм «Нюрнберг» называется на канале, да. Алексей Валерьевич там доходчиво все объяснял, что и почему. Вячеслав Качалов, огромное спасибо за лекции. Я снова с вопросом про медицину. А у нас или на Западе кто-нибудь копал архивы по части статистики смертности, восстановления в строй и ввода в строй раненых? Спасибо. Это на самом деле был такой всеобъемлющий труд советской медицины в годы Великой Отечественной войны. И в этом труде анализировались самые разные аспекты деятельности медицины. И на самом деле огромный опыт, который был получен. Но, так скажем, нельзя сказать, что тема изучена.
То есть имелась, опять же, такая определенная субъективная оценка советской медицины своей деятельности, но такой вот как бы комплексного анализа, насколько я знаю, все же не проводилось. И у СССР была определенная своя политика, то есть если немцы там очень во многом ориентировались там на эвакуацию в дальний тыл, то у нас больше акцентировали на помощь ближе к передовой. Поэтому здесь вот этот вот опыт возвращения в строй, на самом деле, в целом позитивный. То есть тут как раз обычно говорят о том, что в строй возвращался больше процент, чем можно было ожидать. Вопрос для разрядки. Какая дивизия немецкой армии или СС была самой мощной за всю историю Третьего рейха? Ну, а скажем так, есть ответ очевидный. Это Великая Германия. Это был вообще такой монстр численностью там, больше 20 тысяч человек. И этот монстр, конечно, как говаривал сам Гудериан, что не всякий немецкий генерал способен ворочить такой махиной, как Великая Германия. И это была элита, это был не СС, это была именно именная дивизия, моторизованная вермахта, она была, можно сказать, самой мощной. Но если как бы расширять ответ и говорить о пехотных дивизиях, то есть все же Великая Германия — это моторизованное соединение, то я бы отметил 78-ю штурмовую дивизию, которая в том числе за счет достаточно таких как бы высоких результатов, достигнутых в войне с Советским Союзом, получила там дивизион штурмовых орудий и имя «Штурмовая», такое наименование «Штурмовая». Поэтому вот ответа будет два: Великая Германия и, соответственно, 78-я. Ну и опять же, чуть-чуть так особняком стоит, например, первая пехотная. Ну, часто бывало, что дивизия с номером один, она как бы была на особом счету, точно так же, как у нас там пролетарка, то есть первая пролетарская Московско-Минская. Она тоже была на особом счету. И первая СС, наверное, тоже. Ну, СС это, да, эсэсовцы тоже своим чередом, но если вот говорить именно о там, германской армии в целом, то да, эсэсовцы, опять же, на каком этапе? Ну да, конечно. В целом, да. То есть тут в 43-м году, да, эсэсовские были достаточно сильными, но все равно они не переплевывали Великую Германию. Они, скажем так, в градации среди моторизованных соединений Великая Германия была все же несколько сильнее, чем СС. Владимир Каганов, спасибо за поддержку. Спасибо вам. Вопрос. Жуков на Ленфронте, десанты в Стрельне и Петергофе. Был ли шанс на успех? Отвечает Вячеслав Масунов. Ответ Вячеслава Масунова мы знаем, что Жуков нехороший человек, да, и это все было впустую. На мой взгляд, вот этот вот морской маркетгарден, который пытались изобразить десантами, он имел определенный шанс на успех при лучшем планировании. Потому что то, как высаживался там петергофский десант, это, в общем, прямо скажем, безобразно, при том, что хорошо подготовленных людей бросили в бой в условиях, когда, называется, даже стихия, то есть высадка в холодную воду, она сыграла большую негативную роль, чем, собственно, воздействие противника. Поэтому, если говорить о самих возможностях, то возможности были при несколько лучшей организации всего процесса, который был, так сказать, местами, что называется, несколько хаотичен. Но тут хорошо быть крепким задним умом. И опять же, надо помнить, что в СССР в тот момент не было специализированных десантных средств. То есть если бы у нас, что называется, имелись десантные средства, такие, как у американцев в Нормандии в фильме «Спасение рядового Райана», то вполне возможно, что десанты в Петергоф пошли просто на ура. И хорошо вооруженные, квалифицированные бойцы там с самозарядками и хорошим, что называется, высоким боевым духом, политико-моральным состоянием, они могли зажечь и суметь сделать больше. Но когда их высаживают не пойми с чего, понятно, что результат был так себе.
Ну, кстати, да, вот можно посмотреть, кстати, последние лекции Мирослава Эдуардовича про десанты в Выборгском заливе, которые вот выложены уже, и скоро будут еще две лекции выложены. Там, конечно, даже в 1944 году, прямо скажем, очень сложно было с высадочными средствами. Высадка, это да, высадка всегда, она очень здорово зависит от высадочных средств, опять же, особенности. Возьмем и позвольте себе, вот у нас только что прошел юбилей высадки в заливе свиней, когда облажались ЦРУ, так сказать, Джеймсы Бонды, облажались высадкой на побережье Кубы и свержении режима Кастро. Там же тоже при мощнейших средствах, которые им были выделены, они насажали кучу ошибок. В том числе те же ЦРУшники, когда аэрофотосъемка, там какие-то темные полоски. Местные аборигены, эти кубинцы говорят, это наверняка коралловый риф, и мы в него лбом ударимся. ЦРУшники говорят, фигня. Это вы ничего не понимаете. Это вы ничего не понимаете, это водоросли. А потом они, бам, врезаются в эти водоросли, которые на самом деле действительно кораллы, и все идет на смарку. И это даже хорошая десантная операция всегда очень сложно, это тяжело, и... Конечно, может быть, тут вопрос скорее, конечно, Мирославу Эдуардовичу о том, что надо было, может быть, тренироваться тренировать флот для более реалистичных задач, поддержка приморского фланга десантами. При каких обстоятельствах военнопленных отпускались на свободу? Национальность, инвалидность, выкуп родственников? Ну, насчет выкупа я не слышал ни разу. А, как правило, хорошая была легенда, что я из местных. И вот местных отпускали. Вот есть консультант поискового движения Константин Степанчиков. Он рассказывал историю своего деда, который уроженец был Украины. Его действительно из плена отпустили. И он, естественно, пошел сначала к родственникам, от родственников пошел к Ростову. Там напоролся на итальянцев, его снова взяли в плен. Но тем не менее, факт остается фактом. Был короткий период, когда немцы на волне своих успехов начали отпускать местных, в том числе, чтобы не возиться. Но это довольно быстро дело было свернуто, но такое могло быть. Ну, естественно, второй вариант, когда отпустить, это пойти на сотрудничество с немцами. Понятно, что тех, кого вербовали в какую-нибудь там полицию, да, они из статуса военнопленных переходили, так сказать, статус каких-нибудь шуцманов кустовой полиции. Но это тоже касалось лишь небольшого числа тех, кто шел на там, сознательное предательство. Тут недавно писали тоже, я не помню, где я читал, то есть в Фейсбуке пост был. Командир полка, по-моему, 128-й, что ли, стрелковой дивизии, они отступали из окружения, прямо с границы, да, там, в Прибалтике. Его уже довольно далеко взяли в плен. А он, видимо, был изможденный и, в общем, выглядел довольно, ну, как ему 40 лет было там. Вот, и вроде его как старика просто отпустили. Ну, там, видимо, не полковником сказался там, а как-то это там. Нет, понятно, что мог... Типа отпустили как старика. А он вернул, да, он вернулся в строй, и потом... И воевал до конца. Да, ну, естественно, такой тоже могло быть, могли, да. Но как основной как бы принцип был из местных. Это имело какой-то смысл... что называется, совсем в западных областях, но, разумеется, отпускать тех, кто там под Полтавой родился, это было чревато, немцы очень быстро это поняли. Олдбой, как относиться к гибели 5 пионерских батальонов в Сталинграде, немецких, видимо? Насколько сильно повлияла их гибель и на следующие операции? Ну, я бы не сказал, что прям гибель, то есть их успели ввести в бой, но не до конца. То есть, на самом деле... как повлияло на последующую операцию. Ну, так скажем, что у немцев была альтернатива вести в бой 29-ю моторизованную дивизию, вести в бой типа, 5 батальонов. Так у них был резерв 29-й моторизованной дивизии. И, в принципе, можно было эту 29-ю моторизованную использовать каким-то большим толком. Поэтому батальоны эти, они были тем резервом, который больше нигде не приткнешь. И от прорыва у Калача, они, точнее, прорыва к Калачу с плацдармов у Серафимовича, они, конечно, бы не спасли. Ясно.
Так, добрый вечер, Алексей Валерьевич. А существует ли возможность узнать довоенное подразделение бойца до уровня полка, если есть довоенный адрес дислокации, номер почтового ящика? Например, Станиславская область, Гвоздец, ПЯ-670. Единственный узнал, 58-я горнострелковая дивизия. Спасибо вам, Михаил. А что хочется значит? Потому что... До уровня полка. До уровня полка. То есть понятно, что только 58-я горнострелковая. Почтовый ящик 670. Ну, что касается... На солдате посмотреть, да. Почтовый ящик, на солдате есть справочник. Да. И там можно посмотреть, сайт. Уточнить, да. Скорее всего, довоенные документы могли остаться. И по этим двойным документам в РГВА можно попытаться что-то найти. Если это не командир, конечно, вряд ли удастся что-то установить, потому что понятно, что как бы, какие-то списки личного состава могли сохраниться, могли и не сохраниться. Макс Че, спасибо за поддержку. Как продвигается работа над второй частью Багратиона? Ждем-с. Ну, вторая часть «Багратион» тут одна из проблем заключается в том, что с февраля прошлого года заказы в НАРА, ну, по крайней мере, по тем каналам, по которым я заказывал документы, это американский архив, где хранятся микрофильмированные немецкие документы, которые нынче в электронном виде распространяются, что заказы там не исполняются. Поэтому с «Багратионом» есть определенные лакуны. И, скорее всего, можно будет, если какие-то темы, по которым, ну, волею судеб, есть что-то. Очень много выложено в свободный доступ немецких документов. Реально огромное количество в свободном доступе. Если повезет, можно какую-то тему полностью раскрыть по свободно выложенным. Но вот если нужна какая-то тема и какой-то вот определенный ролик, то его просто вот сейчас не возьмешь никак. Поэтому ситуация пока подвешенная со второй частью «Багратиона», но я обязательно хочу запомнить. Она частично написана, то есть какие-то куски, например, по Варшаве, по Варшавскому восстанию, все, что вокруг него, они там расписаны там, в том числе там, например, образование плацдармов на Висле, еще какие-то эпизоды прорисованы, там прорисован то, с чего я хотел начать, то есть триумф. Uh-huh. Замыканием Минского котла и уничтожением в нем немецкой 4-й армии. Там, то есть это кусками прописано, но еще не все. Понятно. Ренат Сафин, добрый вечер. Спасибо за контент. Желаю дальнейшего развития. Спасибо вам за поддержку. Так, вот очень сложный ник Клерцки. Ой, прямо не прочитаю, извините, простите. Ну, тут просто на Клерцки. Клерский, видимо, что ли. Спасибо за поддержку. Ну, скажем так, Клерскай, скорее всего. Похоже, Клерскай. Спасибо вам за поддержку. Пишите вопрос, потому что вопросы не видим. Антон Врадий. Добрый вечер, Алексей Валерьевич. Расскажите о встречных кавалерийских боях в Полесье в 1944 году. И тоже про Багратион. Я бы не сказал, что там был прям встречный кавалерийский бой. Там было столкновение под городом Слуцком между кавалерией, соответственно, советской. Угу. И кавалерией немецкой, там, по-моему, еще венгры действовали. То есть, действительно, угу. Столкнулись друг с другом кавалерийские части, но, разумеется, это происходило не в форме сшибки, ну, так сказать, лава на лаву. Это были такие, как бы... Куликовская битва. Да, то есть, это, разумеется, не было такого, то, что вот, что называется, конники, как нам гражданскую войну обычно показывают, так сказать, две сшибаются друг друга шашками. То есть, это был в основном такой пехотный бой с элементами маневренных действий, там, попытками друг друга там охватывать, mm-hmm. обходить. Это было, да. Такое столкновение было, и... Кто победил-то? Победили наши, потому что они... Я даже не сомневался, я специально спросил. Наши победили, кавалеристы, конечно. Поскольку там общая обстановка была такова, что совершенно немцам было под Слуцком уже ловить нечего. И там, тем более, были большие проблемы. Там личный состав этой кавалерии немецкой был набран из фольксдойчей, которые с трудом понимали немецкий язык. То есть это было примерно такое же, как проблема языковая, как с бойцами Средней Азии. Mm-hmm. То есть у немцев были свои бойцы, солдаты, набиравшиеся из фольксдойчи, которые немецкий не понимали. И понимали в лучшем случае там румынский или еще какой-нибудь из языков, это было большой проблемой.
Ну, вот, кстати, вот то, что мы сказали, Клерцкий, наверное, я не знаю. Алексей Валерьевич, подскажите два вопроса. Как вы оцениваете операции по штурму Сапун-горы с точки зрения потерь? Какую роль играла система арт-дотов, наверное, в обороне Севастополя? Ну, значит, это все же оборона Севастополя Приморской армии в 1942-м или наступление на Сапун-гору в 1944-м? Потому что если говорить о наступлении, то разговоры о том, что там погибло 4000 человек, это неправда. Если смотреть по донесениям о потерях, там все же речь идет о десятках, а отнюдь даже не о сотнях погибших. То есть Сапун-гора была взята достаточно быстро, грамотно, и, собственно, обвал немецкой обороны в Севастополе, когда достаточно быстро удалось и город взять, и вообще нанести поражение 17-й армии буквально за считанные дни. То есть операция начинается 7 мая, уже 9 мая освобожден Севастополь. То есть это развивалось все стремительно, в том числе потому, что немцы быстро сбили с Сапун-горы. Другой вопрос, что там, в 20-х числах апреля там, на соседнем участке, где как раз шоссе, Ялтинское шоссе, если я не ошибаюсь, проходит, там были серьезные проблемы с потерями танков, то есть шло тяжело. Если же говорить об обороне Севастополя, то имеется в виду 42-й год, июнь, то как раз-таки 30 июня то, что немцы с использованием в том числе бронетехники из батальона радиоуправляемых танкеток, они атаковали как раз-таки оборону Севастополя сразу с нескольких направлений. Вот прорыв в районе, именно в районе Сапун-горы способствовал общему коллапсу обороны Приморской армии Севастопольского оборонительного района. То есть вот 29-30 это был коллапс, связанный как раз с ударами сразу с двух направлений. Понятно. Вот хотите такой вопрос тоже. Никита Нуждин, добрый вечер. Интересует вопрос. Действительно ли Жуков виноват в окружении и разгроме 33-й армии Ефремова под Вязьмой в апреле 42-го? Жуков во всем, мне кажется, виноват. Да? Ну, опять же, если рассуждать так, то, конечно же, там старший начальник, он виноват. И здесь, на мой взгляд, виновный Жуков заключается в следующем. В том, что он выбрал, может быть, не того человека на роль идущего на Вязьму. То есть стоило, может быть, выбрать более такого энергичного человека с кавалерийским мышлением. Не знаю, может быть, Захарова, например. Был меньше всего подходящий к этому Ефремов. То есть Ефремов, при всех там, его положительных качествах, он не был тем человеком, который был способен решить эту задачу, достаточно такую нетривиальную, броска к Вязьме. Именно требовалось кавалерийское мышление, которого у Ефремова не было. А дальше, когда Ефремов пошел в глубину и вытянулся, как говорится, кишкой свою армию, имея на острие удара достаточно слабые силы, понятно, что он был обречен. То есть тут вопрос в том, что неверные решения самого Ефремова, они способствовали гибели 33-й армии. Это тоже проблема, да. Очень часто вот такие катастрофы, они начинаются с ошибок тех, кто командует теми войсками, которые оказываются в этой катастрофе. Вадим Шмаков, спасибо за поддержку. Какие документы по Великой Отечественной войне были рассекречены в последнее время? Много ли еще остается засекреченного, и чего вам, как историку, не хватает для работы? Ну, из того, что, может быть, как говорится, недавно рассекречено, скажем так, недавно стало доступно, ну и, может быть, так сказать, людям, знающим какие-то ходы-выходы, может, и раньше это было доступно, я не буду это отрицать. Но для меня огромным, так сказать, сюрпризом, приятным в Подольске было обнаружение 10-дневок, которые отправляли в Генштаб, то есть донесений о потерях по форме номер 8 люди, в форме номер 10 лошади. Генштаб за всю войну, за все фронты, это, по-моему, 120 дел, там, понятно, что общий объем 1000 листов, но, тем не менее, я точно знаю теперь,
какую взять опись, что попросить, чтобы уточнить потери конкретного фронта в конкретный временной интервал. Возможно, я попытаюсь еще раз подойти к задаче там, подсчета потерь под Ржевом, подсчет потерь, может быть, кстати, Сталинград, то есть перепроверить Кривошею. Вот сейчас это все не секретно. То есть можно пойти, взять. Другой вопрос, что это как бы нужно знать, где брать. Да, и, кстати, вот и по потерям техники тоже в последнее время очень много рассекретили. Я просто немножко знаю тоже. Хожу иногда в архив. Да, мы все иногда... Так, кстати, а так историкам чуть обычно не хватает времени и денег. Да, потому что копируют, да, вот извините, это прям вот по-больному, как говорится, резанули, поскольку лист копирования одного листа своими... Сейчас очень хорошая практика в архиве, можно взять и фотографировать на мобильный. Это называется копирование своими средствами. Это очень удобно, потому что сохраняется цвет документа, то есть там всякие пометы карандашом, какой-то перьевой ручкой, еще что-то. Но это, извините меня, 72 рублика за каждый листик. Вот я взял в архиве экономики толстенное дело, в котором все, кто что производил за всю войну по боеприпасам, все компоненты выстрела. Так, перемножил число листов на 72, мне стало плохо, я аккуратно выбрал нужные мне блоки определенные, там, пороховое производство, там, бронебой, там, такие вот вещи, как бы, ключевые, там, какие-то номенклатуры РСов, и все, а целиком дело, это такая сумма, что... И мне, конечно, ничего не жалко для истории, да. Но это, извините, очень уж круглая сумма, как бы, да и просто вот даже вот психологически тяжело отдать. Мы все постоянно вспоминаем, мы сегодня даже вспоминали, когда были в архиве, это самое 6 рублей 10 лет назад. Да, 6 рублей за лист ксерокопии А4. Ну, с тех пор остались пачки ксерокопии, конечно, да, и, да, но вот... Сейчас ситуация несколько другая. Я прям счастлив, что я успел с начала войны ВВС прям вот мелким гребнем пройти все, короче, именно тогда. Так. И у меня вот до сих пор остался этот журнал боевых действий ВВС Юго-Западного фронта. Я его целиком откопировал. У меня даже от него осталось воспоминание. У меня, так сказать, дочка его исчеркала на нем на обратной стороне. Она что-то рисовала. И у меня до сих пор журнал боевых действий. Вот это вот ценные документы на обратной стороне там... детские рисунки. Ну, он, честно, его уже выложили в сеть. Да, его выложили, нормально. Но тем не менее... Можно оставить на память уже. Да, можно оставить на память, да. Да, так что, ребята, все хорошо, не хватает времени в основном. Ну и, как обычно, не хватает денег. Вот. А, кстати, Анна Яковлева пишет, что Алексей Валерьевич, я только за, чем помочь. Человек готов помогать. Ну вот... Да. Здесь, на самом деле, ну, опять же, по возможности... Ну вот и говорю, что мне счета, я вот хожу, вот у меня, опять же, делюсь ноу-хау, кто поедет в Подольск, Сбербанк рядом с кинотеатром «Родина». Можно из архива метнуться, без всяких нанотехнологий со Сбербанк онлайн, сбегать, оплатить за 40 минут туда-обратно. И вот, так сказать, и фотографировать своими средствами. И фотографировать. Да, масса всего, я тут по бронебойным снарядам нафотографировался, там очень много, так сказать, сейчас как раз анализирую. Алексей Валерьевич, нам сообщают, что вы бусинка нашего канала, смотрели ваши дебаты с Юлиным, хоть и называть людей ТТТ, но сам, как вы относитесь к... Ну, короче, в общем, поддерживают вас в вашем, так сказать, противостоянии с Борисом Витальевичем. И спрашивают, кстати, как вы относитесь к работам Пыхалова? Ваш фанат, под подпись. Я так скажу, я к Пыхалову отношусь с большим уважением. То есть я считаю, что он делал правильное дело. И я как бы... Ну, наши сферы интересов не вполне пересекаются, но тем не менее я вот то, что писал Пыхалов, по крайней мере, вот в нулевых годах, когда как раз выходил там мой антисуворов, и тогда, можно сказать, было и Дюкова, о чем, за что сражались советские люди. Я с большим удовольствием Пыхалова читал, но вот в последнее время несколько, так сказать, в другой направлении работы, мы как-то с ним вот не пересекаемся. Хотя один раз встречались и лично на телевизоре. Понятно. АЛЗЛ, спасибо за поддержку.
Алексей Валерьевич, спасибо за конкретику. Я обыскался литературу, где хоть что-то про ведение боя написано. Вы просто воздух для меня. Нет, на самом деле, ведение боя, смотрите советские книжки, там, не знаю, «Артиллерия в бою, операции», «Тактика в боевых примерах», там, «Стрелковый там, полк в бою» и прочее. То есть это такие, они, понятно, что они без учета немцев, и это, конечно, снижает их ценность, но тем не менее, они, вот именно как практически это все организуется, оно есть. Ну и опять же память народу. Все полно отчетов даже отдельных полков, там, особенно самоходчики какие-нибудь, там, они писали отчет вплоть до дивизиона. Угу. Антон Скорняков. Какую роль в битве за Англию сыграли потери и трофеи Люфтваффе в французской кампании 40-го года? Кому больше помогли французы, англичанам или немцам? Вот так вот. Ну, эту тему мы раскрывали, о том, что, так сказать, когда англичане сказали, отдайте нам немецких пилотов, они у нас будут сидеть, как говорится, на усиленном питании, Ряшкины едят, как говорится, к окончанию войны такую, что называется, с одного раза не уделаешь, а их не отдали. Я так скажу, что в битве за Британию немцев подвела скорее непродуманная стратегия, и они не очень себе представляли, что надо делать. И это привело к тому, что они находились практически в двух шагах от успеха, но не смогли дожать противника, вот целенаправленно вот, двигаться строго в одном направлении, там нарушение управления. Вот с нарушением управления они не справились. И в том числе, может быть, потому что заранее как бы не планировали, это во многом шло экспромтом. А если бы готовились заранее так же, как англичане готовились заранее отражать налеты, может быть, ситуация бы сложилась другая. Так, потери, конечно, в западной кампании играли свою роль, но это было не главное. Главное были именно метания в том, что делать во время этого сражения за воздух. Ну, плюс материальная часть. То, что был недалеко летавший Ми-109. Угу. То есть не было дальних самолетов. Можно я отвечу на вопрос? Стас Ше спрашивает, он просто написал для меня вопрос. В 43-45 годах было несколько столкновений между палубной авиацией союзником и Люфтваффе над Норвегией. Как показали себя Мартлеты, Корсары, Сифайеры и Хелкеты в боях с БФ-109 и Фокке-Вульф-190? Я дико извиняюсь, я специально этим вопросом не занимался, но учитывая качество подготовки пилотов палубной авиации и как бы уровень тех же Корсаров, Сифайеров и Хелкетов, то, и учитывая, что в Норвегии была, ну, прям, скажем, не самая лучшая пятая эскадра, вот, которая, в общем-то, там, наверное, одна из немногих прославилась действительно каким-то гигантским завышением своих счетов, то, как бы, я думаю, что результат был немножко предсказуемым. То есть, я думаю, что ничего хорошего для немцев эти боевые действия не были. Но я подготовлюсь, и в следующий раз какая-нибудь у нас будет стрим, я доложу. Я у людей спрошу, у знающих. Так вот, отвечу. Был еще вопрос про так. Известно что-нибудь про применение немецких морских диверсантов на Одере для подрыва мостов. Угу. Там мой отец 150-й стрелковой дивизии был. Да, 150-й стрелковой дивизии, 3-й ударной армии, рассказывал о подобных случаях. Ник классный, совок старый. Но я так скажу, что какой-то результативности они не достигли. И, на мой взгляд, ну, опять же, насколько известно, они кончились на западе Ремагинский мост. Они побились головой в Ремагинский мост без успехов. И уже этих всех людей-лягушек на Одер не хватило, и поэтому Одерские мосты, их атаковали мистелями и Хеншелями 293 ракетами. Это было таким, даже были вылеты немецких камикадзе, опять же, насколько известно, безрезультатные. По крайней мере, было одно разрушение моста, но оно скорее больше укладывается в версию, что попали бомбы с Фокке-Вульфа. То есть вполне такое рядовое, но это было именно разрушение одного моста, и практически никакой роли не сыграло. А все это Вундерваффе, оно, в общем, только пополняло отчеты о, так сказать, чудесах иноземной техники, которые отправляли в Москву с Первого Белорусского фронта. Обломов Блюз. Книга Рабиева «Война все спишет». Ваше мнение о ней? Она подлинная или фальсификация? Кто-нибудь видел рукопись, проводил анализ там? Та-та-та. Честно говоря, первый раз слышу название. Угу. Вот если в названии написано «Правда Великой Отечественной», что
что скрывает. Вот, то есть это настраивает изначально отрицательно, потому что это есть такие вот априорные эмоциональные установки, что автор вот стремится, что понятно, что это может быть какое-нибудь название, придуманное в издательстве, но это изначально такая вот как бы установка на то, чтобы сорвать какие-то покровы. Срывайте, ради бога. Но вот настоящие срывы покровов, они, как правило, более спокойным голосом все это произносятся. Поверьте, если надо накопать компромата, его можно накопать ведрами легко. Другой вопрос, что если тщательно отсеивать только компромат, это не историческая наука, это, в общем, достаточно убогий пропагандизм будет. Согласен. Александр А.Н.Д. Спасибо за поддержку. Добрый вечер. Будет ли подробная передача о Вяземском котле октября 41 года? В передаче о обороне Москвы вы не очень подробно на этом остановились. Особенно интересуюсь 38-м батальоном охраны штаба 19-й армии. Спасибо. Ну вот насчет батальона штаба я не уверен, что там на нем под него какой-то есть объективный формат. Не, ну можно на самом деле подробнее рассказать именно механизм образования котла, попыток прорыва. То есть это все сейчас информации более чем достаточно. Кто там Лопуховский, по-моему, расписывал там все. Не, разрисовано буквально, по-моему, там до последних этих самых, да, кто куда пошел. Да, вот мы как раз. Кстати, у него недавно день рождения был, 91 год, поздравляем. Да, как раз вы вот с Лопуховским были пионерами заказов пленок. Они у меня до сих пор лежат. Да. Там, точнее, часть, то, что заказывал Лев Николаевич, это у него, а я в одном пакете с ним заказывал еще пленки такие в коробочках. Да, 35-миллиметровая пленка с немецкими документами. Да, вот, можно сказать, практически уникальный артефакт. Вот он, да, он заказывал документы, по ним все писал. Ну, вот говорю, это все можно расписать. Сейчас есть даже более широкий круг источников. И можно с этим поразбираться, потому что, опять же, здесь вот именно прорывы Ершакова, то, что не раскрыто было Левом Николаевичем, это вот попытки прорыва армии Ершакова. Кашкой, спасибо за поддержку. Почему так мало информации о помощи СССР Китаю в борьбе с Японией в 40-х? Или она была незначительной, и с Японией СССР тогда не воевал? Спасибо. Значит, давайте разбираться все же в 40-х или вообще. Потому что понятно, когда началась война с немцами, то помощь была свернута, потому что самим не хватало. И в том числе была история с 600-м заводом, на котором производились, если не ошибаюсь, И-16, который был построен в Китае. И фактически, что называется, там на месте производились самолеты. И этот завод, насколько я помню, его даже и продукция его пошла в Советский Союз, и частично там оборудование стали вывозить обратно. Да. То есть в 40-е годы стало, конечно, не до Китая с одной стороны, с другой стороны, китайцу стали помогать более интенсивно западные союзники, крайне разносторонние. А до этого СССР поддерживал Китай в приоритетном порядке. На самом деле об этом и писалось, и можно четко определенно говорить о том, что у Сталина среди двух операций, вот X и Y, то есть поддержка Испании и Китая, Китай был в приоритете. И то, что я знаю, последняя поставка самолетов, причем довольно много, там что-то порядка, по-моему, 70 или 80 16 отправили, и там 60 СБ, по-моему, это было прямо вот весной 41 года. Да, то есть вплоть до... Это поздние типы были, там как бы это уже с моторами М-62, там СБ со 103-ми движками уже вот эти вот, которые остроносы, короче. То есть, ну, там... в общем, то, что до 22 июня сотрудничество продолжалось, да, безусловно, но потом оно было объективно свернуто, хотя, как мы знаем, опять же, Чуйков находился в Китае, причем он занимался в Китае планированием и проведением, что называется, китайского контрнаступления под Москвой, когда, ну, примерно по такому же механизму развивались события, там японцы выдохлись, там продвинулись вперед, им ударили по флангам. Это Чуйков в мемуарах это описывает, действительно имело место. Поэтому помощь нами Китаю оказывалась. И вот сложный вопрос, насколько об этом помнят в Китае. Это очень непростой вопрос, насколько я знаю. Но она оказывалась, в том числе после начала войны, ну, понятно, что пошла на спад по объективным причинам.
Я думаю, помню, даже в последнем фильме, где наш Брюс Уиллис играл, он на И-16 там рассекал вовсю, короче, войнушку вел. Прям все прекрасно. Гриша, я не помню, рассказывал, показывали картинки из этого фильма. Все помнят. Брюс Уиллис на И-16, красавчик вообще. Алексей Ракитин, спасибо за поддержку. Добрый вечер. Подскажите, как далеко залетали немецкие люфтваффе в тыловые районы СССР, и какие крупные тыловые города подверглись бомбардировке? В Поволжье, то есть, как я понимаю, дальше по... году летом. Да, бомбардировки достаточно... Ну, Горки тогда и Саратов. На самом деле, достаточно неприятно. Там, по-моему, один из цехов выбили. То есть, воздействие на авиапромышленность было и довольно существенное. Поэтому... И в Ярославле бомбили, и в Рыбинске. Ну, это, по-моему, поближе, ну, чем поближе, конечно, да. Ну, так скажем, что до Урала, конечно, никто не долетал, но до Астрахани долетали точно. Над Каспием действовали. Да, закидывали Волгу неконтактными минами. Но так можно сказать, по Волжье, насколько я помню, до Казани тоже не долетали, хотя там был, можно сказать, целый куст, в том числе пороховой завод. Нас тут спрашивает Владимир Кашкаров. Когда ролик запилите с Лисицыным про флот? Очень скоро запилим. Я не далее, как недавно, распечатал на цветном принтере А3 карту одного порта. Пока не буду раскрывать какого, но вот распечатал с глубинами. Я думаю, что те, кто, так сказать, в флотофильской теме, они, может быть, сразу даже догадаются, о каком, так сказать, населенном пункте идет речь. Короче, флотофила ждите. Да, оно распечатано, и там мы будем, вот положим на этот стол и, так сказать, будем расписывать, разрисовывать, как на что происходило. Ну да. Ну, по-моему, более-менее ответили по это самое. Так, Валентин Жирнов, спасибо за поддержку. В прошлом стриме задавал вопрос, насколько важную роль сыграло сталинградское ополчение при обороне Сталинграда. Вы ответили, что танковый корпус Кравченко сыграл важную. И все же его корпус вступил в бой с тех позиций, которые ополченцы неделю удерживали. Насчет недели, я так скажу, что корпус вступил в бой уже 23 числа, там какая была ситуация, его перебрасывали на южный фланг, то есть его перебрасывали для того, чтобы воевать с Готом, а тут прорыв немцев, и корпус буквально разворачивается, что называется, на полпути, входит в Сталинград, через горящий город проходит, и уже 23-го вступает в бой, поэтому я скажу так, что все же воюет и эффективно воюет армия с тяжелым оружием. Ополченцы могут играть только вспомогательную роль именно вследствие ограниченных их возможностей по вооружению и, опять же, выучке. Угу. Понятно, что в какой-то ситуации они могут оказаться к месту и сыграть свою роль в общей, так сказать, вооруженной борьбе, но тем не менее я считаю, что в Сталинграде все же решающую роль играли полноценные части соединения, вооруженные танками, гаубицами и имеющими там многомесячную подготовку. Но можно как бы частично сказать, например, там, может быть, про там, тот же танковый, по-моему, батальон Сталинградского тракторного завода СТЗ, что он, как говорится, лег костьми. Но это, конечно, нельзя сказать, что прям решающая какая-то роль. Потому что, называется, ополченцы оборонялись неделю, это все же из разряда мифологии. Это то же самое. То есть можно сказать, что они могли сдержать немцев там часы, то, что немцы там сразу не пошли вперед, натолкнувшись на какое-то сопротивление, отложили это дело на потом. А на потом приехал, так сказать, целый корпус танковый. Но неделя – это... из разряда фантастики, и все же надо объективно оценивать, что для того, чтобы сражаться с подготовленным противником, требуется все же и тяжелое оружие, и выучка, организация. Александр Теодорович, спасибо за поддержку. Алексей Валерьевич, что можете рассказать про отдельные инженерные бригады специального назначения? Информации о них нашел крайне мало. Что можно почитать про них? Все же... инженерные бригады, я думаю, что это идет про, скорее всего, это про заграждение. Мне кажется, это речь идет как раз о... тут можно посоветовать почитать мемуары, например, Галицкого, который не Кузьма Никитович, а Галицкий, который инженер. И вот
он, скорее всего, про вот эти заграждения писал больше. Ну, так, я не могу сказать, что по ним есть какие-то исследования. Если там те же штурмовые бригады, они описаны, то вот батальон, ну, про них иногда попадаются, опять же, отчеты. То есть, если говорить о почитать, то, может быть, имеет смысл какие-нибудь отчетные документы на памяти. Потому что вот инженеры отчитывались, наверняка, да что говорить, даже на самом деле рота ранцевых огнеметов писали отчеты. И благодаря этому у нас масса возможностей. Ну и если опять же говорить о том, где там это применялось, Балатон, пожалуйста, когда электризованные заграждения, на них действительно немцы атакующие, для них это оказалось неприятным сюрпризом. Все привыкли к обычным неэлектризованным заграждениям, а тут раз... Лампочку включили. Да, а тут раз электричество. Естественно, это стало таким сюрпризом, что, за которого, ну, так сказать, один за другим начали, так сказать, гореть на этих проводах, которые... Ну, привыкли, что ничего такого нет, а тут раз, и сюрприз. Ой, shit, I'm sorry. Это я не про предыдущую ситуацию, а про то, что это ник у человека такой. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, литературу по обороне Симферополя и Керчи в 1941 году. Спасибо за труд вам и каналу. Спасибо вам за поддержку. Если говорить о литературе, позволю посоветовать себя. То есть, есть, опять же, книжка. Да, к ним «Битва за Крым». А второе, кого я бы мог посоветовать, это Александр Неменко. Это исследователь из Крыма, поисковик изначально. Он использует, опять же, он работает на современном историческом уровне с привлечением немецких документов. Правда, иногда его ругают за то, что он увлекается. Кто из нас не увлекался? Но я считаю, что Неменко – это тот человек, которого стоит в любом случае прочитать его версию. Может быть, отнестись там критически, но он работает так, как надо работать сейчас. То есть взять наших, взять немцев, сравнить, сделать какие-то выводы. Вот именно... Что, тоже так же работаете? Вот, кошмар какой-то. Да, вот как говорят. Не может быть. Да, какое открытие. Да, да. Это так надо, так, это, так принято. Не пытаться говорить, что вот если там кто-то написал что-то, вот это, наверное, неправда, потому что мне они не нравятся. Вот, это не исторично. Нравится, не нравится, где он, не подошьешь. Понятно. Георгий. Спасибо за поддержку. Есть мнение, что Советский Союз не справился бы без ленд-лизовской взрывчатки, порохов, алюминия и т.т. Читал, что даже в мирное время в 1941 году выпуск порохов считали явно недостаточным. Правда ли это? Мог ли СССР наладить достаточный выпуск всего этого без помощи союзников? Значит, давайте разделим все же ленд-лиз и нехватку чего-то. Значит, ситуация на самом деле следующая. Да, действительно, еще в мирное время, в 41-м году, порохов не хватало, и планы не выполнялись. Планы были громадье, планы были, собирались сделать там 500 тысяч этих самых тонн порохов в год выпуск. До этого уровня никогда во время войны не достигли. То есть уровень такой был примерно где-то 200 тысяч тонн. Порохов не хватало, в первую очередь, порохов современных нитроглицериновых. Но что касается ленд-лиза, если бы, да, если опять же ставить вопрос так, вот ленд-лиза, допустим, у нас нету. Окей, его нету. Советский Союз, недостающий ему с точки зрения производства порохов, мог купить. Это на самом деле все стоило недорого. То есть купить там присадки для порохов, там дебутилфталат какой-нибудь, его можно было купить за живые деньги. Вот критичные позиции могли купить за живые деньги. Другой вопрос, что номенклатура поставляемого, она была большой, и то, что была открыта программа ленд-лиза, это позволяло, что называется, грести широкой лопатой. Но жизненно необходимые компоненты вполне можно было купить за золото. Это все стоило не так дорого. Это Советскому Союзу было более чем по силам. Если бы встал вопрос, что ленд-лиза у нас нет, а купить, что называется, на коммерческой основе дебутилфталат, да купили бы. И глицерин бы купили. Это стоит совсем не космические деньги. Это, опять же, и объемы этого, они не такие, что нельзя доставить, опять же, на коммерческой основе пароходом. Это, извините меня, даже там не поставки 100-октанового бензина какого-нибудь.
Это все вполне посильные объемы. Взрывчатка, порох – это не те веса, которые нельзя было получить, что называется, помимо ленд-лиза. Поэтому я убежден, что если бы ленд-лиза не было, то вот это не стало бы проблемой. Другой вопрос, что да, без ленд-лиза там война бы обошлась нам дороже. Алюминий, броневая сталь. Да, там поставки алюминия. Но опять же, в Советском Союзе изначально, оказавшись в ситуации, что алюминия не хватает, пошла ориентация там, на деревянную авиацию, там, на трубы. Ушли на предыдущий, так сказать, технологический уровень. Да, ушли на предыдущий виток. И опять же, это была осмысленная политика. Мы не были так богатыми, как немцы. Немцы производили алюминия больше всех в Европе. У них были огромные объемы производства алюминия, они за счет этого могли делать какие-то алюминиевые полупонтоны, там, алюминиевые детали. Выделываться, короче. Да, они могли, да, они могли выпендриваться и делать все, что угодно. У нас такое было не до жиру. Поэтому, да, ленд-лиз сыграл свою роль, и это нельзя отрицать. Но если ставить вопрос, ленд-лиза нет, ответ будет колымское золото. Не вопрос. То есть тут не ставил вопрос, чтобы купить там, что называется, готовые изделия. Те же там ML-20, их вполне самостоятельно делали. Опять же, если говорить по существу, огромным, я считаю, просто вот ключевым было решение по той же магнитке. Когда было принято решение политическое, экономическое, это был экономический риск. Построить магнитку. Вопросы о том, чтобы давайте построим, они возникали, но предпочитали ориентироваться на южную группу. А магнитогорский комбинат – это именно решение довоенное, оно сыграло большую роль именно потому, что Магнитогорск в какой-то момент оказался ключевым для производства стали, для производства там, стали для бронебоев, там, что называется, самая широкая номенклатура. Это решение до войны. Вот я поэтому и называю Сталина нафнафом русской истории, который вот поставил свою роспись. Вот, опять же, уж извините, сравнение невольно напрашивается. Что, вот, если была такая же прозорливость у Николая Александровича, вот он бы начертал Николай, построить порт Николаев на Мурмане. Не с началом Первой мировой войны, когда, что называется, как ошпаренные побежали, нам нужны поставки через север. А у нас на собачьих упряжках повезли моторы. Ничего нет, да, как говорится, из непонятно чего и палок что-то делать. А заранее вот написал бы, сказал, вид ты ему принес проект, он бы этот проект в корзину и написал. Николай, строить Николаев на Мурмане. Вот такая же, такой же уровень прозорливости эта магнитка. Спасибо. Так, Лекс, спасибо большое за поддержку. Спасибо вам за качественный исторический контент. Всегда с удовольствием смотрю. На одном из видео вы рассказывали про выделенные транспортные коридоры для танковых клиньев. Можно напомнить это лаконичное немецкое понятие. Хочу его использовать для реализации проектов. Панцерштрассе или Рольбан. То есть это выделенные дороги, по которым было запрещено передвигаться пехоте. Использовалось это причем везде. Это, если кто-то думает, что это вот только там группа Клейста, у которой там было ярко выражено, это не так. Есть карта, на которой эти панцерштрассе, рольбаны обозначены в полосах наступления всех четырех танковых групп на Советско-Германском фронте в июне 41 года. Там у нас спросили про генерала Тюленева. Так. Владимир Ульянов спрашивает, как вы оцениваете роль генерала Тюленева? Я скажу, что, честно говоря, отрицательно. То есть мне вот сложилось впечатление, что Тюленев один из главных не то что антигероев, но вот виновников, опять же, в кавычках, потому что понятно, что виновник в данном случае принимающий запоздалое и неверное решение с Уманским котлом. То есть это вот Умань, это в немалой степени заслуга в кавычках Тюленева. Все же это был не тот человек, который мог управлять войсками в условиях маневренной войны. То есть у меня вот это субъективно, если речь об И.В. Тюленеве, у меня о нем впечатление отрицательное. Так, Владимир Турк, спасибо за поддержку.
Алексей Валерьевич, один родственник служил в 272-й стрелковый полк, 16-й стрелковой дивизии Ленфронт, другой родственник 294-й артполк, 170-й стрелковой дивизии Белорусский фронт. Вам попадались упоминания об этих частях и то, что, и что написано в архивных доках, это точная информация? Значит, мне на память не попадалось. У меня, честно говоря, 16-я стрелковая дивизия ассоциируется с одной из национальных. По-моему, она была прибалтийская. Латышская. Да, латышская дивизия, которая это уже потом. Была уже потом в операции Кутузов принимала участие. Значит, что касается, правда ли то, что написано в архивных документах. Ответ такой, что архивный документ – это все на отражение сознания тех, кто писал. Они могли, на самом деле, увидеть все, что угодно. Они могли увидеть, танки там, где их не было. Поэтому к любым архивным документам надо относиться критично. Другой вопрос, что они писались вскоре после, то есть по горячим следам. И они писались не для нас. Вот архивные документы писались не для нас. Это всегда надо помнить, когда мы их читаем. Они писали для своих сугубо утилитарных целей, информации командования, наоборот, там, приказы нижестоящим инстанциям. И с этой точки зрения их и надо оценивать. Понятно, что в докладах командования стремились, может быть, какие-то свои залеты прикрыть. Но это не означало, что документы фальсифицируют, потому что за неверную информацию документ могли жестко наказать. Это тоже было фактором, наказывали. Да. Поэтому, когда мне говорят, а вот я в 80-м году в моем там кадрированном полку, этом самом где-нибудь затерянном где-нибудь под Сыктывкаром, мы там фальсифицировали документы. На что я могу сказать? Да, может быть, вполне возможно, что вы там фальсифицировали. Но это не означало, что их было реально так же фальсифицировать, пусть даже в 41-м году под Москвой. Что это было куда более чревато неприятностями, чем под Сыктывкаром в 1985 году. Дмитрий Лавшук, приветствую. Какую роль сыграла Ивашковская оборонительная операция 22-29 армии накануне начала Московской битвы? Имела ли она значительный успех? Ну вот, а точно ли идет... А, нет, это... Накануне начала Московской битвы. Накануне, я на память вам не скажу, я так скажу, что это не эти армии, наступление Северо-Западного фронта имело эффект на соседнем участке, угу. Вот это правый фланг советской группировки на московском направлении, и вот Северо-Западный фронт очень активно наступал. Ну, это условно, там, скорее, демьянское направление. Uh-huh. И вот это сыграло определенный эффект, во-первых, в поворот на танковые группы на Калинин, uh-huh. чтобы наказать тех людей, uh-huh. кто наступал, и задержка в движении, по-моему, 19-й танковой дивизии и вступление в бой с опозданием, оно было связано тоже с наступлением Северо-Западного. То есть активное действие Северо-Западного фронта, который мы можем записать в актив, я думаю, скорее Ватутину, это сыграло эффект в начале битвы за Москву. То есть uh-huh. тот, опять же, пример активной стратегии. Мы наступаем, заставляем противника там отвлекать какие-то силы, опять же, навязываем ему свою волю и заставляем поворачивать не туда, куда ему бы хотелось. Вот. Uh-huh. Валентин Жирнов, спасибо за поддержку. Танковая бригада имени Сталинградского пролетариата, ее действия при обороне Сталинграда. Расскажите, эта бригада тоже ополчение? Не-не. Во-первых, танковые бригады все же они ополченческим быть не могли в силу особенностей своего формирования. И, возможно, речь идет, может быть, про 6-ю танковую бригаду, которую как бы формировалась, ну, скажем так, проходило восстановление в рамках Сталинградского, там, автобронетанковый центр там был учебный, и она техникум получала, и она была не единственной. Я просто могу точно сказать, что ополченческих бригад не существовало танковых. Да, просто в силу того, что они формировались по отдельному плану, они требовали совсем другого уровня оснащения, и поэтому те бригады, которые сражались под Сталинградом, они поступали из двух источников. Первый – это отходящие бригады Юго-Западного фронта,
который стал сталинградским, которые были выведены с фронта и отправлены на переформирование. И второй – это из резерва ставки. Это вновь сформированные танковые корпуса, которые были на вновь сформированных там, танковых бригадах. Они иной раз могли очень недолго жить, то есть сформировали, бросили в бой. Там понесла потери, вернули и использовали там на комплектование оставшихся бригад. То есть она могла появиться и исчезнуть каким-то там номером 170 там чего-нибудь или 180 чего-нибудь бригада. Поэтому основные вот эти два источника, Сталинград поглощал резервы ставки как не в себя. Скорее всего, речь идет о какой-то из бригад, либо поступившей от центра, либо на переформирование выведены. Григорий Скутецкис, спасибо огромное за поддержку. Благодарность за вашу работу, Алексей Валерьевич. Спасибо за поддержку. Спасибо. Макс, спасибо за поддержку. Где в открытых источниках искать списки личного состава частей? Например, 34-й гвардейский танковый, тяжелый танковый полк «Прорыва». Ну, как всегда, есть оперативный отдел, есть учет личного состава. В открытых источниках. Я думаю, что открытых нигде. УБД мемориал. Ну, я думаю, что... Только если случайно будет выложен где-то в каких-то... Ну, так скажем, можно зацепиться в поиске по номеру части. И, по крайней мере, это практиковалось, когда искали по отдельным полкам. Ну, там, как правило, вот это всегда вторые описи. Ну, да, опись номер 2, да, опись 1, номер 2. Вторая опись – это отдел кадров, как правило. Тем более, вот их почти не сканировали, не выкладывали. Не, их не выкладывали, да. Поэтому. Но, тем не менее, вот ОВД «Мемориал», там это могло попадаться. Так, нам тут спрашивают, так. Нижний Тагил, слова. Да. Да. Александр Овчинников, спасибо за поддержку. Земсков, ВН, да, к сожалению, потери. Недавно умерший, прокомментируйте цифру. Там. 4 миллиона умерших в плену, спасибо за интересную информацию. Да, значит, что касается потерь в войне, которую озвучивал Земсков, он считал, что цифра 20 миллионов общих потерь, она более убедительная, чем 27 миллионов. Но его за эту цифру критиковали, поэтому, к сожалению, опять же, ввиду его смерти, спор остался неоконченным. Но я считаю, тем не менее, что на это мнение стоит обратить внимание, потому что это человек высокопрофессиональный, длительное время занимавшийся статистикой, репрессией, и в меньшей степени он занимался именно военными потерями, но, тем не менее, вопросы с реальными цифрами репрессированных, скулаченных. То есть он на самом деле компетентен в той области, в которой он делал это заявление. То есть именно с точки зрения статистики. Михаил Рос, спасибо огромное за поддержку. Человек с юмором очень. Алексей Валерьевич, на ликер Беллинск 9 мая, а также на проезд и на копирование в ЦАМа. Спасибо. Спасибо, да, да, да. Вот питаю слабость к ликеру Беллинск, в частности, да. А так копирование, да. Не, проезд это как раз сейчас большой. Проезд хороший. Сейчас, да, нам построили специально, короче, МЦД. Да, МЦД. Мы ездим, мы прям ездим вообще. Сейчас практически, да, там с комфортом. Да, прям на станции есть отличная кофейня, то есть там подают практически, как говорится, кофе свежесваренный, практически хипстерский, и можно как бы приехать в Подольск, поработать с документами, потом, как говорится, на станции выпить хипстерского кофе там с сиропчиком, с тем-то, и потом... Эскалаторы построили, уже там вообще цивилизация теперь, да, все дела. Да, в принципе, вот Подольск, я вспоминаю Подольск 90-х годов, я туда езжу, на самом деле, в архив я езжу с нулевых, а так я в Подольск езжу с 90-х годов. Подольск, он называется, цветет. Там вообще скульптуры стоят на улице Кирова, там такие в бальных платьях. Там город просто цветет и пахнет. Очень приятно. Ну и ЦАМа тоже отстраивают новые корпусы. Да, обещают там в фойе эти рендеры нашего прекрасного будущего. Я как бы не знаю, доживу ли я до этого прекрасного будущего, но тем не менее. Конечно, однозначно. Надо договорить историю Великой Отечественной войны на «Тактик-медиа». Да, это безусловно. Вот, я думаю, что мы договорим, пойдем по второму разу. Да. Хотя, может быть, и быстрее построят, и, может быть, все будет совсем хорошо. Ну, вопрос от Михаила. Почему немецкие дивизии по штату 12-20 тысяч человек, а в СССР 5-7 тысяч? Почему в СССР Бог не любил большие батальоны? Что мешало нам собирать дивизии большего состава?
На самом деле ответа два. Первый – это действительно, что немцы предпочитали более жирные батальоны, то есть они были в среднем более многочисленные. А второй ответ – это принципы формирования. Все же немцы в большей степени привязывались к конкретным военным округам, и, что называется, дивизии закреплялись за этими округами. И вся система пополнения на этом строилась. У нас предпочитали, может быть, меньшими, так сказать, соединениями меньшего размера воевать и пополнять их как придется. Поэтому дивизия, например, не сибирская, могла получить на пополнение сибиряков. И действительно шла в бой, пополненная сибиряками. Или наоборот, там, после этого пополнения сибиряками получить там, москвичей там, или еще кого-то. То есть это шел порядок достаточно такой, не то чтобы хаотичный, но во всяком случае просто под конкретную задачу. То есть выводится дивизию, пополняют тем, что сейчас поступает от центра. У немцев все же была вот эта система, связанная с округами, и вот эта вот ниточка, что называется, направлять людей из определенного округа, и предпочитали держать соединение на фронте, постоянно его пополнять. Это просто разный принцип, у каждого были свои достоинства и недостатки, когда там разносили эту дивизию пух и прах, там хуже было с тем, чтобы ее восстановить, начинали всякие изыски там с народно-гренадерскими, тоже, в общем, возвращались к тому же принципу там, собрать из чего-нибудь. Но в основном, да, это вопрос политики. И это и менталитет с этим связан, и какие-то командные кадры. То есть у нас, опять же, предпочитали, что называется, мельчить с командными кадрами, то есть доверять людям определенного там размера соединения. И на самом деле немцы тоже понимали свой потолок. Еще одно различие, которое тоже надо четко понимать, то что у немцев был артполк на лошадках. Средства тяги лошади, и из-за этого более многочисленная дивизия. Но это, конечно, не было, было не главное. То есть главное как раз был более жирный батальон. In the house. Алексей Валерьевич, опишите, как работали штабы армии и генералы во время войны. Какой режим, сон, если посмотреть штаб со стороны? Как сон? Ну как? Не, ну на самом деле военное дело – это для людей очень крепко физически. И вот эта физическая крепость, она выражалась в том числе в том, что могли там не спать несколько ночей во время проведения операции. Ну, понятно, что была некая система дежурств, то есть старались организовывать отдых, но когда шла операция, могло быть, да, могли несколько ночей не спать, и это было нормально, потому что ради этого люди живут, и когда есть несколько лет войны, как выражался фельдмаршал Роммель, он с русскими не воевал, поэтому я позволю себе его цитировать, что он с союзником, конечно, плохо, что он там мешал нашему союзнику. Ну, тут такая цитата, что «выспимся на том свете, отдохнем после войны». Вот действительно отдохнем после войны. Военные люди, и прежде всего профессиональные военные, каковы были штабисты, они выбрали себе дорогу. И они напряжение, высочайшее напряжение, я скептически отношусь к домыслам о том, что там люди применяли какие-то психостимулирующие средства, то, может быть, и применялись, но я это в документах не видел. То есть, как говорится, к делу подшить нечего. И они ради этого учились, ради этого, что называется, в мирное время страна оторвала от себя куски, их кормила. Поэтому, когда случалась операция, да, они изо всех сил напрягали, что называется, все свои силы для того, чтобы... Как ни странно, военные медкомиссию проходят перед тем, как поступить в училище. Там их не зря отбирают по некоторым признакам, да, чтобы они покрепче, чем среднестатистические люди. Опять же, среднестатистические. Да, поздоровее. Эти люди поздоровее, они могли выдерживать вот эти марафоны, там, несколько суток не спать. Там, тема такая серьезная, работа штабов. Это все-таки с налета так не взять, конечно. Тут да, специфика тут везде разная. Да. Наши штабы там так работали, немецкие по-другому. Тут все-таки, блин, тема большая. Слишком. Но это, опять же, очень многое зависело, в том числе от конкретных людей, от конкретной организации. То есть где-то работали, что называется, как смазанный механизм, где-то, наоборот, начинался там разброд, шатание. То есть это все зависело от конкретных людей.
Это видно по документам, там видно, что одни там сводки аккуратненько, регулярненько, другие там тяп-ляп, потом явно задним числом что-то там накорябали. Лекс, еще раз спасибо за поддержку. Хотел задать вопрос про эвакуацию. Нисколько не отрицаю того ужаса, что пережила страна, но ведь, но ведь она дала толчок к развитию, причем на территории современной России. Да, 100%. Да, 100%. Вообще, на самом деле, эвакуация, она очень такой многосторонний процесс. И я бы так сказал, эвакуация и мобилизация промышленности, они были друг с другом очень тесно связаны. То есть мобилизация предприятий, наверное, совершенно непрофильных, она перемежалась с эвакуацией там, на их площадке. Mm-hmm. Там, в том числе попадали какие-то работники, станки. Это был процесс такой, вот говорю, очень тесно переплетенный. Мобилизация и эвакуация. В том числе за счет мобилизации. Делалось, на самом деле, с управленческой точки зрения. Вот опять же, все больше вникаю в такую вот параллельную вещь экономика. Там делалось какие-то кусты. То есть, когда какому-то предприятию, которое мирное, оно не может, например, делать целиком РС. Хорошо, говорят ему, голову можете делать? Вот вам чертеж, высылают синьки, делайте голову. Кто-то там, раз эти самые стабилизаторы. А потом был головное предприятие куста, которое из этого всего по чертежам собирало целиком РС, снаряжало его, и он отправлялся, как говорится, на направляющую и улетал дальше фашистов. Да нет, ну и вообще эвакуация, конечно, в то предприятие, оно там сделало то, что не могли сделать, потому что, ну, объективно, квалифицированных людей было очень сложно загнать за, даже на Волгу было сложно загнать, даже на Волгу, даже в Горький было сложно, там, в Саратов, там, в Самару, ну, в Куйбышев тогда, да, очень сложно, а кого-то в Комсомольск-на-Амуре загнать, или там в Новосибирск. Хотя бы в Пермь, например. Вот. Даже в Пермь. Не, ну уж на что город, в общем, на самом деле не маленький, с традициями еще какой-то царских времен. Ну, да. Все это с трудом проходило, а тут получилось так, что ну вот получилось. И там смотрим Новосибирск, и там выпуск самолетов Як-9, это самый ну, больше всех выпустили истребителей в Советском Союзе. Вот Новосибирск. Хотя до войны, мягко скажем, завод там ничего серьезного не смог выпустить. А так, опять же, мобилизация, люди, это все в сумме складывается. Когда, опять же, обеспечивали, вот назначили там заводу там, производить бронебойные снаряды, ему там станки отсыпали, там эти худо-бедно их осваивали. Так, М. Островский, спасибо за поддержку. Алексей Валерьевич, Михаил, здравствуйте, большое спасибо за стрим. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к книге Якимова «Битва за Восточную Пруссию»? Честно говоря, я ее видел, но не читал, то есть как-то пока руки не дошли. Так что я пока определенного мнения, это может быть, как говорится, в следующий раз, что называется, прочитаю и выскажусь. Ну, да, но про Восточную Пруссию, мне кажется, есть что почитать, в общем-то. Ну, я бы сказал все же, что на сегодняшний момент вот современного исследования еще пока не... про Восточную Пруссию пока нет. Вот вроде бы есть книжка, там, так, болгарский исследователь Камен-Невенкин. Он хорошо читает русский, владеет русским языком. Он, по-моему, собирался что-то писать, может быть, даже у него что-то вышло по Восточной Пруссии. Нужна вот именно на современном уровне объяснение там, по двум сторонам, как оно, что происходило. То есть, если так напишут, но этого пока, по-моему, нет. Владимир Каганов. Еще раз спасибо за поддержку. Еще раз спасибо. Внезапно вопрос, чтобы разгрузить Алексея Валерьевича. Почему не взлетел И-185? Интриги, невозможность, нежелание перепрофилировать производство или что-то еще? Можно я отвечу? Да, конечно. У нас сейчас идет цикл с Геннадием Павловичем Серовым. Мы его начали уже давно, еще, по-моему, года полтора назад, про создание советских современных истребителей перед Великой Отечественной войной. И мы медленно, но верно идем, вот сейчас уже дошли в 42-й год, в том числе. Ну, ЛАГ-3, вот это же. Да, ну там, конечно, красной нитью ЛАГ-3, но там все рассматривается вкупе. И довоенные вот эти перспективные истребители мы рассмотрели. И Геннадий Павлович очень-очень убедительно, с опорой на документы, на фактологию, разобрал, почему не взлетел И-180, тот же у Поликарпова. Про И-185 тоже доложим. Ну, там уже сыграло то стечение обстоятельств, что как бы Поликарпов, он, ну, изначально
Надо было успевать, в общем, ему быстрее. Потому что когда, конечно, у него был готов и 185, не помощь там Яковлева с Шахуриным уже не могла это самое ничего сделать, потому что, собственно говоря, чем там, какие выгоды были перед тем же Л5 уже, который был уже в серийном производстве, его освоил завод. Ну, в общем, доложим. Все будет. Все будет, все будет подробно разжевано. Геннадий Павлович просто строчит лекции, мы штук 6 их уже записали, то есть все расскажем подробно, не переживайте. Так. Так что никаких интриг. Вообще, все чисто объективные и субъективные причины. Сергей Дмитриев. Здравствуйте. Сколько войск оставалось на Дальнем Востоке в 41-43 годах? Насколько они могли улучшить положение на Советском и Германском фронте, если Япония была менее агрессивна? Очень хороший вопрос. Я тут на одном мероприятии был и произвел шокирующее впечатление, озвучив, в принципе, известные цифры. Из изданных сборников о боевом численном составе, еще там подготовленных много лет назад, что на Дальнем Востоке на 1 декабря 1941 года, угадайте, сколько было на Забайкалье и Дальнем Востоке, 1 000 000 человек, на этот 1 000 000 приходилось, на всякий случай, 650 тысяч винтовок, в то время как собирали, что называется, учебное оружие, его перепиливали в боевое. Еще начиная с лета, на самом деле, этим занимались. И если бы, да, Японии, опасность Японии оценивали меньше, понятно, что все это масса войск или хотя бы оружия, если там считать, что, например, бойцы недостаточно подготовлены, можно было использовать против немцев. Извините меня, даже лишние там 100 тысяч человек под Москвой, и это 100 тысяч, которые могут очень серьезно подвинуть ход развития боевых действий. Или там 100 тысяч вовремя вброшены в бой там, за Ленинград, за Харьков, в конце концов. Если, извините меня, 100 тысяч человек идут на Славянск в мае 42 года, то никакого Харьковского котла просто физически не было. Ввиду того, что у Клейста было бы чем заняться, кроме как отрезать, срезать Боровенский выступ. Поэтому на Дальнем Востоке действительно держалась очень большая боеспособная группировка. И по состоянию на 22 июня там было, по-моему, что-то типа 770 тысяч, а на 1 декабря 1 000 000. Ну, опять же, Забайкалье плюс Дальневосточные фронты. Это много, извините меня, очень много. Ну да, там и танков, и авиации было очень приличное количество, ну, и оставалось всю войну там приличное. Ну понятно, что танки там были в массе своей так себе, но тем не менее. У японцев-то, в общем-то, не сильно лучше было, то если не сказать, может быть, даже и хуже. Тем более по количеству, явно даже близко не сходил. Валентин Жирнов, спасибо за поддержку. На ваш взгляд, какие критически важные выводы, решения, действия были приняты советским правительством по итогам Советско-финляндской войны 1939-1940 года, которые в последующем помогли нам победить в Великой Отечественной войне? Ну, я так скажу, что, может быть, влияние советско-финское, оно несколько переоценивается, но... Безусловно, советско-финская показала, что у Красной Армии серьезные проблемы с боевой подготовкой. И усиление боевой подготовки в 1940 году, оно, конечно, имело свои корни в неудачах советско-финляндской войны. Имелся такой своеобразный опыт, как лыжные подразделения. И эти лыжные подразделения, они, конечно же, в Великую Отечественную их эффективность у нас несколько переоценивалась. То есть, опять же, по, может быть, неверно истолкованному опыту советско-финляндской, переоценивали их возможности практически, в то время как их практическое использование, ну, конечно, потому что они приоритетно снабжались автоматикой. Может быть, в какой-то степени, опять же, это взгляд снизу. То есть это уровень многих командиров, которые об этом отзывали, что опыт действий зимой в 1939-1940 году, он позитивно сказался на то, что подтянули действия в зимних условиях. И это помогло под Москвой. Это встречается, это мнение, называется, командиров уровня, там, командира полка, командира дивизии.
Это такая оценка присутствует. Но в целом вот, опыт, что Испании, что Китая, он не вполне был правильно оценен. Я думаю, что тут можно согласиться, что там те же удары по аэродрому, которые немцы регулярно практиковали в Испании, что их как-то нельзя сказать, что это оценили как серьезную опасность. Ну, да, очень так. Наверное, все-таки дело было даже не то, что люди привозили опыт из там, тех же командировок, да, или там тоже Советско-финляндской войны, а то, что не могли его как-то интерпретировать именно и быстро его передать на всю армию распространить. Видимо, в этом была больше проблема. Дмитрий Цыпляков, спасибо большое за поддержку. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Как вы относитесь к повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда»? Как книги, написанной на документальной основе, одной из первых. То есть, может быть, она, нельзя сказать, что вот она там, что называется, лучшая книга о войне, ну, по крайней мере, на мой субъективный вкус. Но, тем не менее, она, безусловно, имеет массу пересечений с реальностью. Вот что мне всегда нравилось в литературе о войне, наиболее сильные ее образцы, они основывались на личном опыте. О личном опыте авторов, то есть это и «Горячий снег», uh-huh. это тоже личный опыт Бондарева, и «В окопах Сталинграда» это, да, личный опыт. И там, если читать документы, какой-то дивизии, где служил Некрасов, по-моему, 284-й, склероз не изменяет, uh-huh. то да, там есть эти эпизоды. Может быть, они, как бы, естественно, были художественно обыграны, то есть всегда есть какие-то, что называется, нормативы художественной литературы, которые заставляют чуть-чуть так корежить реальные события, но отголоски присутствуют, то есть это можно найти эти отголоски в оперативных документах. Но опять же, к любой художественной литературе все-таки нельзя относиться непосредственно как к историческому исследованию. Да, это естественно. Это же все-таки это личное впечатление человека в основном. Это некий вот такой вот создающий какой-то такой вот эмоциональный заряд для и то, что книгу как бы высоко оценили, что называется, на самом верху, и она получила, что называется, дорогу признания еще там, в конце, по-моему, она была написана 46-й или 47-й, могу ошибаться, но факт тот, что ее сразу же оценили достаточно высоко, и это свидетельствует в том числе о том, что ее прочитали нужные люди. Джордж Викихау, здравствуйте, скажите, пожалуйста, в июне 41-го неужели Гитлер не понимал, что нападение на СССР – это самоубийство? Как он мог решиться на такое, не разобравшись с Англией? Спасибо за поддержку. Ну, на что можно сказать, почему вы считаете, что прям такое самоубийство? Объективно, если смотреть, опять же, всегда, когда мы оценим решение каких-то исторических личностей, надо ставить себя, ну, понятно, что любой человек там, может не обладать там, какими-то познаниями там, в тех или иных вопросах, начиная от, что называется, экономики, заканчивая там стратегией. Но надо попытаться смотреть со стороны немцев. Что видели немцы? Они видели, что перед ними противник, у которого есть максимум 150 дивизий, у которого можно отобрать Донбасс, и будет ой все. Отобрать Ленинград тоже будет ой все. Москва то же самое. И недооценили, во-первых, недооценили, конечно, мобилизационные возможности, что СССР сможет штамповать дивизии, вооружать их, самое главное, потому что без вооружения это бессмысленно, ставить их на фронт в больших количествах. И плюс к тому, что есть производственная база на Урале, которую, да, заметили, собирались сделать Урал-бомбер, но все равно возможности этой базы явно недооценивали и считали, что вот, так сказать, возьмем Донбасс. Да, Донбасс действительно огромное значение имел для советской экономики. И даже там, что называется, Кривой Рог, там Запорожье имели огромное значение. Я вот недавно читал, что, значит, завод в Макеевке пишет в августе так и так, Кривой Рог все, значит, Запорожье все. Мы остались с металлической пылью, мы ее брикетируем и на ней проработаем месяц.
Что будет дальше, как говорится, думайте, начальство, у вас голова большая. Ну, это писали они 25 августа. В октябре к ним уже приехали немецкие танки. Но факт то, что уже тогда были проблемы. Угу. И действительно, немцы тоже... Абстрактный Гитлер тоже считал, что если мы сделаем ход 1, 2, 3, то у нас вполне мы можем оказаться и в дамках. Другой вопрос, что недооценили там и стойкость людей, и возможность к сопротивлению, возможность работать, что называется, заводами там. И то, что не взяли Москву, и опаньки. И многие вещи, там московский угольный бассейн, московские заводы, опять же, которые там делали много всего для фронта. Так, у нас там вот мелькнул так. Вопрос, угу. Что-то вот я его там видел. Так. Какой? Сейчас. Во. Угу. Про, по Вермансу гитлеровцы потеряли, опять, да, учитывая призывной... Не, призывной потенциал... Димон Лимон. Да. Спасибо за поддержку. Да, у них все же призывной не 28 миллионов. Можно прочитать, чтобы... Да. По Вермансу гитлеровцы потеряли 5,8 миллионов солдат, учитывая призывной потенциал 28 миллионов, если не ошибаюсь, взятых нами в плен почти 3 миллиона. Вправе ли мы задать вопрос, где остальные почти 20 миллионов? Ну, во-первых, не 28 миллионов, а несколько больше 20. И здесь речь идет о 5,8 миллионов, это именно погибшие. Поэтому часть, во-первых, списывалась по ранению, то есть это тоже был фактор. Был фактор, опять же, взятых там, и западными союзниками. На самом деле баланс-то вполне сходится. То есть нельзя сказать, что вот немцы врут и... Они скрывают потери, на самом деле потери один к одному. Нет, этот баланс сходится точно так же, как мы можем взять, точно так же открываете Кривошеева и смотрите баланс. Где там часть народа, например, возвращали из вооруженных сил в экономику, возвращали для того, чтобы работать на танковых заводах. Использовали этот ресурс, использовали, то это тоже значок в минус. Кого-то... демобилизовывали, то есть комиссовали, точнее, по тяжелым ранениям. И человек не попадал на фронт. Поэтому все эти циферки, они сходятся. Не надо думать, что вот все историки, как говорится, шляпы, и до сих пор бы не заметили лакуны в 20 миллионов. Ну, все эти дебет-кредиты по потерям более-менее сходятся, и в том числе по Кривошееву, опять же, тот же Михалев, он хоть и дал поправку, но поправку все же не в разы. Алексей Молокин, спасибо за поддержку. Если бы Ефремов последовал советам Жукова и вашим советам и смог взять Вязьму, разве это обрушило бы... А, приказом Жукова и вашим советам и смог взять Вязьму, разве это обрушило бы фронт 9-й армии? Чем это помешало бы срезать ее в момент прорыва и снабжать на время кризиса? Там? Ответ – да. Если взять Вязьму, то система снабжения 9-й армии рассыпается по той простой причине, что успех наступления ударных армий, там 3-й, 4-й, остается ветка, идущая Вязьма-Сычевка, Ржев. Действительно, в этом случае 9-я немецкая армия не будет получать устойчивого снабжения, не имея устойчивого снабжения, она посыпется. И действительно взять Вязьму и держать ее, опять же, взяв Вязьму, это вот мне вспоминается эпизод Петсамо-Киркенесской операции, когда прошли по тундре немцам в тыл, и командир говорит: так, у нас вся еда закончилась, все консервы, которые мы несли с собой, мы съели, но вон там впереди немецкий склад с едой, мы его возьмем. И будем спокойно питаться, как говорится, наворачивать ложками немецкие консервы. Ура, вперед, берут там опорный пункт, действительно берут склад продовольствия, и проблема снабжения решается само собой. Если бы Ефремов ворвался в Вязьму, я думаю, что бойцы Ефремова бы наворачивали французские сардины, запивали бы их Куантро. По крайней мере, вполне неделю бы они вполне спокойно просидели бы в Вязьме, сидя на складах, которые были рассчитаны на группировку куда более многочисленную, чем армия Ефремова. И пока бы они сидели, снабжение рассыпается, коллапс
общего фронта, немцы просто сами пошли на восток, на новую линию обороны, которая нормально обеспечена снабжением из тыла. То есть это действительно была болевая точка. Это точно так же, как вот Калач. Угу. Точно так же у армии Паулюса захватывают Калач, и все. И все сыпется. И при этом от Калача могли на некоторое время отрезать. Ну и что? Некоторое время просидеть в окружении может, тем более, если, говорю, ворваться в Вязьму. Вязьма, она сама по себе, то, что даст снабжение, в отличие от каких-то там глухих лесов в окрестностях, Вязьма сама по себе позволяла и боеприпасы получить, и продовольствие, все что угодно. В конце концов, если уж вот прям рассматривать все возможные варианты, то в Вязьме можно было на аэродром принимать какие-нибудь ТБ-3 по ночам, ПС-84 и снабжаться извне. Это гораздо лучше, чем в каких-то полевых аэродромах. Вязьма – большой город, в котором можно было сделать все, что угодно. Вячеслав, спасибо огромное за поддержку. Благодарю за интересные лекции. В вашей последней лекции вы упоминали о продовольственном кризисе в Германии, но промышленном буме. Как это объяснить? Вообще говоря, продовольственный кризис во всей Европе и продовольственный кризис был связан, собственно, с исчерпанием каких-то ресурсов. Если, опять же, объяснять на пальцах, вот есть у нас там птицефабрики в Нидерландах. Они на чем жили? Они жили на зерне из Канады и Аргентины. Соответственно, Канады и Аргентины нету. И что мы получаем? Мы получаем, что, так сказать, на этих птицефабриках птицу кормить нечем, ее режут, съедают, и на следующем, как говорится, этапе наступает продовольственный кризис. Но при этом, да, вкладываются огромные ресурсы в военное производство. И это тоже объективная реальность, потому что идет война, и вкладывается все больше и больше, так сказать, включая за счет ограбления и промышленных, и любых ресурсов Европы, вкладываются средства в экономику военную, можно было, да, производить огромное количество вооружения. Практически невероятное. Шутки. Поэтому одно другому не противоречит. Точно так же у всего есть рациональное объяснение. Например, большое количество произведенных в 1944 году в Германии истребителей. За счет чего? За счет, в том числе за счет сворачивания производства бомбардировщиков. И одно другому не мешало, кстати, рост числа произведенных истребителей, при этом проблемы с горючим. А так, да, Европа стала испытывать серьезные проблемы с продовольствием, и прямо скажем, что Франция голодала, то есть был недостаток питания. Это тоже было объективной реальностью. Они начали пить разот кофе. Это ужасно. Ну, опять же, люди, если говорить, опять же, абсолютно серьезно, то уклад жизни резко поменялся. Уклад жизни поменялся в худшую сторону. Это всегда плохо, когда уклад жизни меняется. Да, тут, опять же, тот же... В худшую сторону. Да, в худшую. Лучше-то отлично. Да, что, Первая мировая хорошо. Война. Как бы то, что люди начали есть брюкву вместо бекона, к которому они привыкли. Ну, да. Да, это тоже здорово морально давило. Действительно, был голод. И из этого тоже делали выводы. Поэтому, да, Европа при всем своем богатстве... В целом она зависела от поставок извне. Это нормальная ситуация, когда есть какие-то промышленно развитые, даже если взять феодализм, да, вот смотреть там Новгородская республика, да, она же жила торговлей, но у нее не хватало продовольствия. Поэтому Владимир Суздальцы ее постоянно нагибали по этому поводу, да, хлебом переставали. Ну, это я так далеко. Но я шучу, естественно. Ну просто это даже вот в те времена был там какой-нибудь Египет, да, или там Рим зависит от поставок там зерна из Египта, елки-палки. Что, Рим плохо развитый, что ли, был? Я не знаю. Да, это все было, были цепочки, которые складывались в мирный, в довоенный период, когда их порезали, сразу началось, система пошла в разнос.
Blood81, спасибо за поддержку. Вы очень понятно рассказали про окружение и котлы. А можно также про контрудары? В чем проявляется эффект контрудара в Красной Армии? Как это вообще работало на уровне отдельных солдат, отрядов и на уровне армий и фронтов? Ну как, основной эффект от контрударов заключался в том, что противник останавливается, вынужден их отражать. Еще один эффект – это то, что противник вынужден заранее оборонять фланги, ставить заслоны, потому что считает и обоснованно считает, что могут быть нанесены контрудары. Поэтому контрудары работали на распыление сил, то есть на острие оставалось меньше людей, поскольку надо было оборонять фланги. И понятно, что были допущения какие-то, но эти допущения были сугубо временными. Например, там перед Вяземским котлом где-то оголяли фланги, сажали туда чуть ли не стройбаты. Сажали в окопе стройбат, чтобы он изображал какую-то активность, а называется нормальные пехотные полки ставили на направление главного удара. Но это можно было только недолго. Если, как говорится, посадить стройбат под старой Руссой, то можно закончиться все очень плохо, потому что ударит 34-я армия, там, снятая из-под Москвы, и дойдет глубоко в тыл группы армии «Север», если там будет сидеть стройбат, а не пехота. А если сидит пехота, да, можно этот удар, пусть неприятностями, с отступлениями, там, с потерями, пережить и выдержать. Поэтому эффект от контрударов он заключался, во-первых, это действительно остановка наступлений, когда вынуждены прикрывать. И опять же, если вы куда-то в уязвимое место, там нужна перегруппировка. Еще один эффект от контрударов – это на самом деле нанесение потерь наиболее ценным соединениям. То есть наиболее ценные механизированные соединения, когда по ним наносят контрудар, и наносят контрудар, например, пехотой. Это размен для немцев неравноценный. То есть они разменивают, пусть даже там при любом соотношении, там 1:3, там, пусть даже 1:10 потерь. Размен все равно неравноценный. Они разменивают ценные механизированные соединения на пехоту, которую Красной Армии много. И у немцев ее много. Поэтому они могут легко разменивать пехоту на пехоту, а вот пехоту на механизированные соединения – это уже плохо. Это уже... И как их надрессировали-то к 43-му году наши уже, что вот они что-то не хватались и не бросались на 100-километровый прорыв, пока да, фланги не прикрыты. Абсолютно. И как прям бы... что-то лучше мы постоим, подождем, пока справа и слева подойдут, чтобы встанут, чтобы прикрыть нас. Да. Только тогда начнем. И это начиналось в 41-м году, когда БТшки дивизии Черняховского, 28-й, контратакуют пехоту, их отбивают, их там выкашивают массово. Но все равно немцы вынуждены теперь идти медленно, постоянно прикрывая фланги, постоянно, что называется, будучи готовым перейти к обороне. Это все они сами же пишут, что вот мы так и так делаем. Тут был один вопросик, я хотел задать, один из последних, вот, которые были. Сейчас извиняюсь. Вот. Владимир Семенов. Какая информация по Великой Отечественной войне до сих пор находится в закрытых архивах? В чем причина? Немцы и Запад давно уже все открыли. Насколько мне известно, что, по-вашему, самое интересное до сих пор под грифом? Рассказывайте нам про засекреченные архивы, Алексей Валерьевич. Я думаю, в первую очередь там, конечно... Мы все ждем, общественность негодует. Да, во-первых, отдельных архивов, конечно же, нет. Но могут быть засекречены, во-первых, по там, бюрократическим соображениям. А так, в основном, что предпочитают, так сказать, держать вдали от... Любопытный глаз. Да, любопытный глаз – это разного рода чрезвычайные происшествия. Но это прежде всего в силу каких-то соображений у там, родственников, этих людей, которые, так сказать, отличились, в кавычках. Потому что бывало всякое, бывало там, это, опять же, то, что я сейчас скажу, это в открытых делах. Я могу это, что называется, достать, показать фондопись, где это написано. Например, следует эшелон с новобранцами на фронт. Его, так сказать, новобранцы не доедают, а человек, который должен отвечать за этих новобранцев, он еду продает, на вырученные деньги покупает водку и бухает. Это жизнь, да, это жизнь. Но такие вещи предпочитали, опять же,
есть уже ФИО. Короче, я не буду называть, кстати, в реальном документе это есть и фамилия, имя, отчество. Это вот, я думаю, что этот человек потом побежал без звездочки на пилотке куда-нибудь в штрафном батальоне. То есть это, за это наказывалось, но тем не менее разного рода негативные вещи бывали. То есть в том числе у людей там какую-то крышу сносило. Там, бывало очень разное. Другой вопрос, что и без этого вполне достаточно компромата и в открытом, но всякие чрезвычайные происшествия предпочитают держать, ну, как-то вот такое к ним отношение очень, скажем так, деликатность, я не готов судить, правильно понимаю, неправильно понимаю, без этого компромата и так полно, то есть на самом деле в несекретных делах тоже такое, и опять же, имея информацию там из наших немецких архивов, ну, раскрываются эпизоды, как, например, танкист застрелил командира танка, заставил вылезти из него двух бойцов, Т-34, четыре человека в экипаже, одного убивает из нагана, двоих говорят, вылезайте из танка, сам садится за рычаги и переезжает к немцам. Это есть в нашем документе, есть у немцев в приложении уже нового боевых действий. Это было, дело было под Сталинградом. Ну, такие вот замечательные истории. Mm-hmm. Опять же, вот в основном всякие вот секретные архивы, они хранят вот что-то в таком духе. Секретных архивов нет. Часть дел, которые не рассекречены. Вот опять же, секретные архивы в кавычках. Понятно, что-то не рассекречено по каким-то, опять же, сугубо бюрократическим соображениям. Но здесь не стоит искать, как говорится, черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. То есть это что, какие-то вот мега-тайны, что вот откроем вот это дело секретное, и там вот, что называется, внезапно раскроется правда-матка. Главная проблема, то, что открытых документов просто столько, что их там, я не знаю, у нас нет историков, которые этим занимаются. У нас очень маленькое количество людей, которые вообще работают по истории Великой Отечественной. Их просто убывающе мало, если брать вообще в принципе. Да, я надеюсь. Поэтому проблема не в том, что документы засекречены, а то, что никто что-то не занимается этим. Вот мы с Алексеем Валерьевичем ходим регулярно в архив, как-то людей там вот радикально много не становится год от года, да? Да, я как-то надеюсь, что расширяется круг за счет все же памяти народа, потому что память народа позволяет сейчас уже на нормальном вот историческом уровне, опять же, сейчас есть память народа, сейчас вывалены в интернет десятки гигабайт немецких роликов, и просто много, то есть очень много можно закрыть тем, что и так выложено. Обрабатывайте вот это, опять же, люди, выпускники соответствующих профильных учебных заведений, прежде всего там педагогических, они могут зайти, сидя в родном городе, не обязательно ездить в Подольск, как говорится, с хипстерским кофе, а прям вот с дивана в родном городе все сделать. И это, я считаю, принесет определенный успех с точки зрения, как говорится, такого народного статомника. Игорь Рогалевич, вот, кстати, что упомянули недавно. Подскажите литературу о штрафных ротах в СССР и зэков, которые воевали, статьи УК, поведение в бою, тылу и так далее. Рубцов. Я уже думал, короче, все в этом сериале «Штрафбат» показали уже, мне кажется, всем, что там все доходчиво было. Ну, как говорится, тег-сарказм, но Рубцов, то есть есть у нас исследователь, который специализируется именно на этой теме, и он все названные вопросы раскрывает, он показывает, по каким статьям шло осуждение, то есть на самом деле дело было не по приказу номер 227, то есть существовали соответствующие статьи УК, по которым шло осуждение, и как это все было организовано. То есть он многократно переиздавались книги, и, называется, ищите в книжных Рубцов. Uh-huh. Это очень грамотный человек, очень хороший историк, именно по персоналиям. И я думаю, что на данный момент информация вполне достаточно, чтобы составить представление о том, как это все было организовано. А так люди попадали в штрафбат, штрафрот. Конечно, могло кому-то не повезти, но так и за реальные серьезные залеты попадали.
Денис. Алексей Валерьевич, канал «Тактик Минь». Спасибо за вашу работу. Алексей Валерьевич, дайте, пожалуйста, вашу оценку действиям 20-й мотострелковой бригады при обороне Калача и Сталинграда в период августа-октября 1942 года. Прям августа-октября? Да. Ну, Калач все же оставили несколько раньше, чем октябрь. Да и речь, скорее, может быть, об обороне переправы Калача. Вообще, я бы сказал так, что все же, когда мы ведем речь о борьбе за Калач, основную роль играли танковые бригады, которые контратаковали под Калачом. То есть только их контратаки заставляли там немецкую тут же там третью моторизованную дивизию сидеть на месте и не идти к переправе Калача, вне зависимости от того, кто стоял на их пути. Они просто не имели технической возможности, подвергаясь контрударам, пройти там 10, 20, 30 километров и занять эту переправу. Когда танки кончились в бригадах, наносивших контрудары, тут-то случилось страшное, и они дошли до Дона. И все закончилось там, и переправа перестала существовать. Mm-hmm. Поэтому здесь основное как раз не мотострелковых бригад, тут лечь именно контратаках танковых бригад. Андрей, добрый вечер. Я поисковик. Едем через несколько дней под Вязьму на вахту Павити. Привет поисковому отряду «Обелиск». Как думаете, там всех выкопали? Это риторический, мне кажется, вопрос. Вопрос риторический, потому что на местах окружений, я думаю, что еще много тех, кого удачи вам. Не подняли. Это объективная реальность, mm-hmm. в том числе связанная с тем, что если в позиционных сражениях понятно, где людей искать, то mm-hmm. есть линия фронта, есть окопы, есть захоронения, mm-hmm. то когда у нас котел, то люди могут погибнуть где угодно, что называется, на любые просеки, и так и остаться там на многие десятилетия. Антон Вради, спасибо за поддержку. Прошу рассказать о специфике боев немецких легкопехотных дивизий в Второй мировой войне. Почему легкие дивизии, имеющие танки в 1937 году, не взлетели? На самом деле надо все же делить легкие дивизии и легкопехотные. То есть легкопехотные их отправили в группу армий Юг, и они там наступали в лесах под Львовом. Наступали, достаточно успешно, хотя там мы подвергались контрударам частей того же 4-го мехкорпуса. Поэтому то, что они были облегченными, это как-то их, естественно, работало на них в худшую сторону. А что касается эволюции танковых войск, то, конечно, имела место некая стабилизация организационной структуры по опыту войны. То, что они не взлетели, это как раз вот то, что структура была не оптимальна. Вот этот вот баланс. Что такое оптимальное? Это баланс танковых и мотопехотных батальонов. Вот когда его соотношение один к одному, как показала практика, это хорошее соотношение. А если одного больше, другого меньше, то работает хуже. Юрий Александрович, спасибо за поддержку. Алексей Валерьевич, спасибо вам за ваше дело. Вопрос, считаете ли вы Конева сильным полководцем, или Жуков зря его прикрывал перед Сталином за прорыв Западного фронта в 1941 году? На это я отвечу так, что первое, на месте Конева в тот момент мог быть кто угодно, и он вряд ли бы угадал направление ударов немцев. Сам Георгий Константинович Жуков, при всем моем глубочайшем к нему уважении, которое я неоднократно демонстрировал, направление ударов немцев в ноябре не угадал. Другой вопрос, что это были уже такие поишорканные немцы, и удалось ситуацию, так сказать, стабилизировать, и она не привела к катастрофе. И я уверен, что бы, опять же, не писал Георгий Константинович, что он бы не угадал направление ударов, и эффект был бы, плюс-минус, чуть лучше, чуть хуже. Вяземская катастрофа, она, он, может быть, кого-то успел бы вытащить из котла, но не более того. Выскочить кто-то бы смог. Но так котел и катастрофа была бы в любом случае. Да, я считаю Конева талантливым советским полководцем, человеком, что называется, это условно термин, такой длинной воли, то есть это такой как бы термин под старину, обозначающий высокие волевые качества.
Если вам нужен пример, которым показывает, как, где и как хорошо играл Конев, это форсирование Днепра. И форсирование Днепра Иван Степанович Конев провел лучше, чем Жуков Сватутин. И у него развитие, так сказать, наступление с захваченных плацдармов шло бодрее, веселее, чем у Жукова с Ватутиным. Это объективная реальность. Поэтому он был, безусловно, грамотным человеком, способным на многое. И другой вопрос, что там по уровню потерь он все же был, так сказать, ниже Жукова. То есть у него потери в процентном отношении были выше. Но это уж, как говорится, вопрос номер два. А так это, безусловно, один из лучших наших полководцев войны. Но при этом я не считаю, вот если я Жукова считаю, что огромной, как говорится, удачей Советского Союза, что оказался на высоком уровне такой человек, как Жуков, то Конев, да, он был равноценен там другим нашему военачальнику, но то, что оказался именно он, тоже спасло жизнь. Алексей Буланцев. Алексей Валерьевич, все-таки iPhone или Android? Спасибо за поддержку. У меня никогда в моей жизни не было ни одного устройства производства Apple. Я сначала был яростным Nokia. Это ваша принципиальная позиция? Ну, как бы, она не то, что принципиальная, но я как-то вот, оно у меня так исторически сложилось. Я сначала был фанатом Nokia, а теперь я фанат Гнусмоса. То есть у меня вот все... Планшет Samsung, телефон Samsung. Вот. Это не то, что прям принципиальная позиция, но мне как бы какие-то вещи не нравятся. Вот, например, там, как инженер-связист, вот как-то товарищи открыли iPhone, а там вот, чтобы поменять батарейку, надо, что называется, с паяльника менять. Ну, это безобразие. Это не то решение, это которое то. Вызывает уважение. Изоленты замотала нормально, дальше пошли, короче. Да. Короче говоря, вот это не то, чтобы прям вот я кушать не могу. Вот Apple недолюбливаю. Ну, так как бы исторически. Да, так исторически сложилось. У нас инженерная школа другая. Да, как мне, опять же, моя дочь говорит, что вот в инстаграмчике там это самое, лучше фоточки обрабатываются. А мне вполне устраивает, какая вот архивные дела фотографирую на свой Samsung, а они вполне у меня нормально отражаются, читаются, отлично, все хорошо. Владимир Семенов, сколько солдат и офицеров Красной Армии было расстреляно по приговорам трибуналов, сколько из их приговоров было за уголовные преступления, мародерство, изнасилование и т.д. Есть ли данные на этот счет? По-моему, у Рубцова такое приводилось, там порядок цифр где-то 140-150 тысяч человек, ну, понятно, что цифра, она, конечно, впечатляющая, но через армию прошло 3-4 миллиона человек. Соотносить эту цифру надо не со штатной численностью стрелковой дивизии, а с 34 миллионами человек, которые прошли, то есть поделите там 150 тысяч на 3-4 миллиона, сколько процентов? Опять же, в среднем классе есть там хулиганов, двоечников, тем более на войне иной раз люди, как говорится, отвязываются, начинают творить страшное, и за это их бьют по голове. Кстати, приказ номер 227 о формировании штрафных частей, это в том числе был, как это ни парадоксально прозвучит, такой шаг в сторону упорядочивания, гуманизации процесса, потому что вместо того, чтобы за какие-то серьезные просчет и преступления даже, как говорится, ставить к стенке, можно было отправлять искупать кровью. Дмитрий Ермольев, спасибо за труд. Спасибо. Спасибо вам за поддержку. Дмитрий Герц, спасибо за поддержку. Йохим Папер мертв. Алексей Валерьевич, оптимально ли было наличие в дивизионной артиллерии РКК великолепных, но тяжеловатых 120-миллиметровых гаубиц М-30? Читал об экспериментах с 85-107-миллиметровым дивизионным дуплексом. Нет, безусловно, 122 гаубицы было нормально. Это хорошо, и даже вот я считаю, что апрельский штат 41 года, он был самый хороший. То, что там были М-10, гаубиц 152, 122 и 76 пушки, в том числе там на самооборону от танков. Вот этот штат был наиболее таким хорошим, сбалансированным, поэтому гаубичная артиллерия в любом случае была нужна, а минометы все не покроют. Алексей Данилин. Читал, что принцип директивного управления как преимущество вермахта в 41 году, это показанный в Волоколамском... Так, еще раз, как...
принцип директивного управления как преимущество вермахта в 1941 году. Ну, но открытая директива. Да, это на Auftrags Tactics, наверное. Да, так, и... Ну и после опыта, после потери опытных командиров вермахта это перестало работать. Принято ли это в РКК в конце войны? Нет, у нас это, опять же, насколько я могу судить по достаточно большому массивному документу, у нас это не практиковалось. У этой Auftrags Tactics были свои минусы, когда начинали своевольничать. Потому что, типа, мне задачу поставили, и вот я ее лучше так буду выполнять. Иной раз было лучше тупо следовать тому, что приказали сверху. Потому что не всегда тактический командир владеет полной информацией. Поэтому вот это вот то, что молятся, если не сказать по-другому, на Auftrags Tactics, это оно, это незнание того, что у всякой медали есть две стороны. Андрей опять пишет нам, извиняюсь, поисковик, едет под Вязьму, уже говорил, поисковый отряд «Обелиск». Алексей Валерьевич, вы бывали на вахтах памяти? Доводилось? Доводилось в 90-е годы, в 93-94 году отряд «Память» Игоря Красильникова, если кто знает, такой очень... Так вот, интересный вопрос был. Так. Какова была альтернатива для операции «Маркет Гарден»? Что должны были сделать в 1974 году? Альтернатива была передать ресурсы Паттону, и он бы гораздо веселее... может быть, прорвался на Германию. А все ресурсы отдали... Ну, не все ресурсы, но очень значительные ресурсы отдали Монтгомери, а он их похоронил в этом маркет-гардерне злополучном. Сергей Андреевич, спасибо большое за поддержку. Спасибо. Марк 41-279. Сделайте, пожалуйста, такой же цикл, как вы сделали про авиапром у артиллерии. Это нам. Это нам интересно. Я думаю, что это вполне реально. Да. А вам, наверное, а нет, это дальше это можно реально, начать, говорю, можно начать себя... даже с российской армии, начало 20-го и далее. Спасибо вам за все. Сергей Валерьевич, еще одно поручение вам тогда. Ну, это поручение не хотите делать? Я думаю, что есть у нас человек, который по артиллерии публикуется, просто как библиофил. Вижу, что есть в последнее время наметилась тенденция, в том числе по... Сорокин? Если, который про М-30, например, да, писал туда. Да. Ну, мы, он, к сожалению, из Нижнего Новгорода. Мы пытались наладить. Ну, может быть, получится. В принципе, мы разговаривали как бы на этот счет. Поэтому, ну, со временем, ну, мы никуда не собираемся уходить, как бы, собираемся развиваться. Поэтому, я думаю, по артиллерии обязательно надо будет. Вот Ивана Грозного обязательно начнем. Ну, для Ивана Грозного мы знаем, кого привлечь. Да, у нас есть специальные люди, друзья из Питера, поэтому все нормально. Вот Владимир Семенов настаивает, еще раз спрашивает, какая информация по высшей мере наказания до сих пор не рассекречена, и что скрыто, что самое интересное, и еще сколько солдат осталось на Западе пленных, дезертировавших, не вернувшихся в СССР. Ну, значит, сколько не вернулось, это можно только оценивать, но... Я думаю, все же речь скорее десятках тысяч. Значит, конечно, вот эти все приговоры трибуналов, все, что касается разного рода преступлений, это, скажем так, отодвинуто в тень, и не видя только узкие, как говорится, уголки листов бумаги по этим всем вопросам, я не могу судить, насколько это обосновано. Ну, не то чтобы в плане там, негатива, просто, может быть, чего-то не знаем, и как бы, это может действительно повлиять. Ну, многим может быть неприятно узнать, что их там родственник там, не погиб при каких-то обстоятельствах той или иной степени героичности, а оказался нехорошим человеком. Ну, или просто в связи с какими-то обстоятельствами не там перебрался куда-то. Там, да, то есть кадры бывают такие, которые, как мы опять же рассказывали, там перебегали с кодами Генштаба, и чего только не было. Поэтому это... Это жизнь. Степан Аржанов, работайте, друзья. Спасибо большое вам за поддержку. Вот интересный вопрос. Миша, спасибо за поддержку. Здравствуйте. Хотелось бы в очередной раз спросить про альтернативную историю. В военном смысле, не в политическом. Вступление СССР в войну в 1939 или 1940 году не позволило бы сыграть лучше? У СССР дивизии Тройчатки нет Т-34, но у немцев меньше опыта. Возможно, Франция дольше продержится. Я считаю, все же было бы хуже. И здесь именно вопрос Прибалтики. То есть, вот я как бы просчитывая
варианты развития событий, если, например, нет пакта Молотова-Риббентропа, тут именно вот вопрос с Прибалтикой. То есть, если немцы, как говорится, по технологии Норвегии занимают Прибалтику, мы пытаемся ее, как говорится, лбом таранить. Из этого ничего хорошего бы не получилось. И у немцев была бы возможность разменивать время на расстояние и использовать эти возможности, вот размен времени на расстояние, для того, чтобы разгромить Запад. И потом стартовать уже совсем с других условий. И тогда до Ленинграда было бы идти 100 километров. Ну, или даже не 100 километров, а если ударять, бить, что называется, южнее Чудского озера там, и прочее. То есть совсем другая реальность бы появилась. И вот эта другая реальность, она могла сработать очень здорово в негатив. И здесь надо понимать, что тут развитие событий шло бы по линии не там, 41-й год, вот как там, что называется, от вот этой вот новой границы на Москву. Например, там отвлечение внимания на Прибалтику, потом, что называется, бросок на Кавказ. И вот этот вот бросок. У нас проблемы были очень большие с нефтью. И для нас потеря Грозного, Баку или долетание до них авиации противника было практически фатальным. Евгений. Расскажите про Виленское училище и факты предательства литовского предательского курсантского состава. Про Виленское училище, честно говоря, не знаю, но я так скажу, что вот корпуса вот эти, которые из бывших армий Прибалтийских республик, они показали себя скорее с лучшей стороны, и то, что их отодвигали в тыл, это скорее ошибка. Они были, надо смотреть правде в глаза, в 40-е годы, марксизм был вещью привлекательной, было много народу, которые во имя идей там, построения общества социальной справедливости, марксизма, они вполне честно служили той самой той власти, которая пришла в 40-м году. И то, что отодвигали корпуса в тыл, это, может быть, ну, конечно, не критично сыграло, но было напрасно. Алексей Ракитин, два вопроса. Подскажите, какое количество войск сумело выйти из Вяземского котла, и неужели было так плохо с среднеазиатским пополнением? Как же герои Советского Союза, командиры, представители этих национальностей? Значит, что касается вышло из Вяземского котла, это достоверно неизвестно. Подсчетов по Вяземскому котлу у меня нет. У меня есть, например, по Киеву и по Минску, сколько примерно вырвалось из Киевского, вырвалось примерно 25 тысяч из 540 тысяч человек. Соответственно, из Вязьмы, конечно, можно ожидать несколько больших цифр, потому что ситуация была более благоприятной. Но нам точно неизвестно. Тут проблема в том, что кто-то вырвался, вышел на Можайскую линию обороны, его сразу отправили на укомплектование так сказать, частей, не занося ни в какие документы. Там документооборот 41-го года, это, в общем, то еще днище, особенно осенью. Летом еще туда-сюда, осенью совсем беда. Понятно. Ну, а про среднеазиатское пополнение? Значит, про среднеазиатское пополнение. Здесь проблема главная языковая. То есть, вот тут вопрос в том, чтобы понимать команды, именно обучение, опять же, образовательный уровень. То есть, то, что там, раскатывались вот эти все программы образования, так сказать, всеобщее. Среднее образование, они, может быть, раскатывались в республике медленнее. Я не считаю, что это были там менее стойкие, то есть иной раз вполне себе демонстрировали хорошую стойкость. Вопрос был именно в обученности военному делу и управляемости с точки зрения языковой. Сергей Дмитриев, если бы Англия продержалась несколько... если бы Англию дожали, насколько хуже бы стало СССР? 40-й год имеется в виду, видимо. Ну, если бы Англию дожали, то да, это было бы для СССР неприятно в том плане, что дальняя перспектива войны, а откуда, что называется, торгаться на континент. То есть это Англию дожали, это означает, что нету плацдарма, из которого высаживаться в Нормандии. И СССР пришлось бы отдуваться на всю катушку, что, в общем, означало потери.
Уважаемый Андрис тоже спрашивает про работу штабов. Ну, уже, в принципе, отвечали, поэтому спасибо за поддержку. Салас. Алексей Валерьевич, подскажите, где можно прочитать про всю структуру управления Третьего рейха? Чем занимались такие ведомства, как Абвер, СД, СС, Гестапо? Как у них были, какие были функции и полномочия? Ну, я здесь могу порекомендовать энциклопедии. Во-первых, издавались тематические энциклопедии за авторством Залесского. Как раз и по Люфтваффе, там у него есть отдельная книга по РСХ, то есть он у нас такой, я бы сказал, признанный специалист именно по персоналиям, структурам Третьего рейха, он вполне хорошо эти вопросы освещал, то есть я рекомендую Залесского. Наводчик. Если на русском языке, опять же. Наводчик 45-ки спрашивает по тому вопросу про архивы. Нужно ли какое-то резюме, образование, должность для получения разрешения? Нет. Ничего не нужно? Нет, это все не нужно. Это... По каким причинам могут отказать, мы вам сказать не можем, потому что это же не мы будем принимать решение, а руководитель архивной службы. Так, фотография личными средствами тоже стоит 72 рубля? Да. Именно фотография личными средствами стоит 72 рубля. А ксерокопия стоит 73 рубля. Да, есть еще там сканирование, которое еще дороже. Да, 149 есть, рублей. Да, то есть это, в общем, как говорится, когда мы первый раз увидели эти цены, у нас как бы нам сразу стало плохо. Клайв Колдейл. Алексей Валерьевич, спасибо за труд. Как вы говорили, личный топ топовых генералов танковых РКК, танковых армий, и сильнее они стали как командиры тех, кто начал войну, например, Павлов, Карпизо и так далее. Я Павлова на самом деле очень высоко оцениваю. Карпизо нет, то есть я считаю, что Карпизо ничего такого не показал под Радеховым, какие-то могучие, что называется, управленческие способности. Ну, опять же, он был достаточно быстро ранен, но он чего-то эдакого не показал. Я считаю, что Павлов, если говорить Дмитрий Григорьевич, был бы вполне адекватным командующим фронтом и отличным командующим танковыми армиями. Поэтому то, что его расстреляли, это, конечно, на мой взгляд, была все же ошибка. То есть с понижением, да, но вот это как бы размахнулись так не очень хорошо. А если говорить о личном рейтинге, то, конечно, я очень высоко оцениваю, например, Рыбалка как танкового командира. Опять же, Катукова отношение очень сложно. То есть он иной раз там прикрывал залеты своих командиров, того же Гетмана. Mm-hmm. И это, может быть, это, кстати, негативно сказывалось на общем, то есть он вынужден был там держать при себе там, и прочее. То есть такой вопрос непростой с Катуковым. Лилишенко вытянул 4-ю армию все же в гвардию. Поэтому все же вот в личном рейтинге мне пока вот, что называется, номер один, это Кравченко Андрей Григорьевич и вот Рыбалка. Амельченков, 1981. Есть ли достоверная информация об использовании на фронтах американских базук? Точно знаю, что в амфибийных батальонах на машинах Форда при штурме Риги использовали. Называли их как реактивные противотанковые. Использовали, да. Использовали. Они, видимо, шли как-то в укладку. Ну, точно достоверно неизвестно. Но они на поиске обнаруживаются под Берлином. Находят базуки. То есть это как бы применялось неоднократно. Особого восторга они не вызвали у наших специалистов. Но да, применялись. Другой вопрос, что так сказать, при наличии там, полноценной противотанковой артиллерии, они так, острой необходимости в них, конечно, не было. Тем более, кстати, это был не фауст-патрон, который был универсальный с точки зрения, он мог применяться еще как карманная артиллерия. Еще и можно было по голове ударить, если что, при случае. Да, бойца в Атаманово все помнят. Да. Алексей Хромых, расскажите, пожалуйста, почему не смогли дожать Финляндию летом 44-го? Сражение при Талии и Хантала и форсирование реки Воксас. Насколько справедливо это считается победой, оборонительной победой финнов? Ну, на мой взгляд, насчет того, что там прям оборонительная победа, это преувеличено, потому что закончилось-то все в итоге выходом Финляндии из войны. Есть сейчас выходит работа Казуненко, он очень подробно это разбирает. Прям так, да, Ихантал он пока не дошел,
Он довольно подробно расписывает именно пока вот, до линии ВТ, по крайней мере, вот, что называется, крайняя книжка. Там было все не вполне просто, я бы так сказал, проявили определенную заносчивость в том числе. Ну и на самом деле вот главной проблемой того театра была все же местность. И в этой сложной и хлопотной местности тяжело было добиться, там, как говорится, абстрактного Корсуни. Mm-hmm. То есть можно было какие-то там направления закрывать и там, контрударами чего-то добиваться. Сергей Механошин и Сергей Соловьев, спасибо огромное за поддержку. Парни не написали, вот Сергей Соловьев написал спасибо за канал, спасибо вам тоже за поддержку, пишите. Сергей Дмитриев, недавно была статья на Hard про криптофронт. Немцы взломали коды американцев, но не успели воспользоваться. Как эти данные помогли бы немцам против союзников? Насколько я знаю, они ломали и пользовались, но не везде. То есть тут вопрос в том, что это в основном там радиоперехваты, и опять же, чьи коды, то есть какого уровня. Тогда коды и советские читали, например, вот, армии Ефремова. Тут недавно фильм выходил, и там пытались искать какие-то, что называют, черных кошек в темной комнате, которых не было, каким-то предателями, хотя в документах четко написано, что немцы читали радиограммы, ломали радиограммы Ефремова. Так радикально, конечно, это не могло решить. То есть даже там, читая радиограммы союзников, вряд ли немцы могли бы, что называется, сыграть лучше другого про, что там, в каких-то тактических эпизодах там, тот же Маркет Гарден мог обернуться еще больше катастрофы. Угу. Алексей Малокин вот, напоминает, что я пропустил его вопрос, извиняюсь. А, вообще-то вы про Жукову, Вязьму, нет, мы вроде все писали, нет, это все говорили. Да, про Жукову, Вязьму сказали. Я дико извинюсь, да. Ну, вроде все сказали, может, вы пропустили просто, мы просто Алексей Валерьевич говорил. Ну, в общем, говорил, записи да. Посмотреть, да, я да, про да. Вязьму рассказывал. Было. Ключевое слово «куантро», да. Да, так что извиняюсь. Алексей Серов, просто спасибо. Спасибо вам огромное за поддержку. Так, дальше. Ну вот, давайте вопрос да, тут. Можем хорошо. Ли мы говорить, что Красная Армия в 40... задает вопрос Борис Ганяев. Да, остановила продвижение, значительно превосходящего по численности врага. Неверно оценивать Красную Армию в 41-м как ничтожную толпу, как бывает в пропаганде. Разумеется, нельзя оценивать как ничтожную толпу. Это была все же армия с уровнем там, обучения мирного времени, и очень много она умела, и оказывал сопротивление даже, может быть, больше, чем ожидалось бы при там, 30 километрах на дивизию и прочих негативных последствиях. Конечно, не все умели, не все хорошо было там с этими контрударами, и напрасные жертвы были, ну, имеется в виду, что не вполне эффективно использование имеющегося там личного состава и вооружения. Но, тем не менее, Красная Армия 41-го года сделала очень много, и ветераны, имею в виду в том числе там, оперативного уровня, там, те люди, которые служили на тактическом уровне командования, они говорили, что кто не воевал в 41-м году, тот как бы войны не знает. И это справедливо, да, потому что в 44-м году, там, при совершенно другом уровне снабжения, при другом соотношении сил, при другом немце, свысока относиться к 41-му году, когда Красную Армию топтали 9-батальонные дивизии немцев с многомесячным обучением и с большим огневым превосходством. Нет. Да, это люди 41-го года сделали почти чудо. Риторический тоже вопрос. Знающие люди говорят, что умножающие свои здания увеличивают свои печали, Алексей Валерьевич. Как вы считаете? Не скажу. То есть это, да, известное высказывание экклезиаста о том, что приумножающее знание приумножает скорбь. Нет, я наоборот, чем больше я узнаю, тем более у меня, кстати, взвешенное мнение. То есть есть просто определенный уровень знаний. Вот документальная депрессия такой вот есть болезнь у историков. Она периодически разных людей поражает, что люди начитаются какого-нибудь, что называется, критики, негативов. И начинают ай-яй говорить, как все плохо. На самом деле, опять же, не так все плохо. Очень здорово прочищает мозги сравнение двух сторон, что по разные стороны тоже было
не все хорошо. Ну, противник тоже, так сказать, страдал от разгильдяйства, раздолбайства и прочего. То есть все было... В этом плане мне нравится, когда, по-моему, Боярского спросили, ну как же так вот вы играли этих мушкетеров, они же алкоголики, дегенераты, убийцы, короче, он сказал, как? Алкоголики, подонки! Не, ну это естественные как бы ошибки, эрары. Бабники. Да, то человек свойственно ошибаться, да, ошибались, но, говорю, чем больше я разбираюсь, тем больше, так сказать, я понимаю, вот все же задача истории – это понять этих людей, которые тогда воевали. Когда читаешь про какой-нибудь май 43-го года, а там пишут, что у половины бойцов нет обуви вообще, и есть нечего, и тормозов 35%, а котелки есть только у 10% личного состава и кружки, то думаешь, блин, да, парни просто жгли, получается, в таком состоянии. Да, и про те, кто переходил в контрнаступление в 41-м году под Москвой в парусиновых туфлях. Угу. Это первый удар на армию, минуточку, так что угодно так и было. Так. А можно? Александр Иванов спрашивает вопрос Михаилу, когда ждать выхода книги о камуфляже советских ВВС? В заверстанном, может быть, даже в мае, если все получится. Спасибо вам за вопрос. Так, Мозгоклюй, спасибо. Алексей Валерьевич, использовался ли осенний распутица 41-го года в тактических целях какими-либо подразделения советской армии? Не, ну нельзя сказать, что прям вот рассчитывали. То есть воевали просто в определенных условиях, а она мешала. Это моя распутица объективно мешала. Вот люди уже молодцы, начинают хорошо шутить. Александр Юрин, извиняюсь. Спасибо за поддержку. Мальчик-разведчик на дерево влез. Немец услышал, вскинул обрез. Выстрел раздался, и немец упал. Мальчик свой маузер раньше достал. Отлично. У нас в детстве была целая серия таких стишков. А в связи с последними событиями на ютубовских каналах, я всегда вспоминаю тот самый стишок, что дети в подвале играли в гестапо. Зверски замучен сантехник Потапов. Вот, мне очень нравится этот стишок, и тогда нравился, и сейчас. Александр Иванов. Алексей Валерьевич, у Драбкина воспоминания самоходчика есть момент с подрывом САУ во время артподготовки. Расследование показало, что заряжающий задел снарядом, взрывателем снаряда со сработавшей интернационной трубкой. Настолько часто были такие явления, что делались такой партии снарядов. Не, ну вообще, не часто, конечно, такое происходило, но надо отдавать себе отчет, что все равно некий процент были преждевременные разрывы, и когда стреляют там сотни тысяч снарядов, понятно, что бывают разные инциденты, и в том числе со смертельным исходом. Да. И когда там читаешь документы ГАУ про то, что у орудий Б-4 были непреждевременные разрывы, там вылетал снаряд 203 мм из ствола и взрывался там в непосредственной близости от ствола, то есть с дольного среза, это, я думаю, удовольствие было, мягко говоря, ниже среднего, в том числе это приводило и низким потерям. Это особенности действия артиллерии. Всегда бывает какое-то количество сбоев, и часть потерь приходится вот на эти сбои, которые на общем фоне потерь они терялись. Ну, то есть это считалось допустимым. Сколько привозили бомб, они взрывались на посадке, в итоге гибли экипажи. Просто вот На войне всегда есть определенный процент гибели именно от такого рода инцидентов. Дмитрий Лимон, спасибо за поддержку. Вы уже, по-моему, задавали вопрос. Константин Казмирчук, а почему фрицы не убили всех мужчин на оккупированной территории? Ну, во-первых, кто это будет делать? Все же план был голодом, так сказать, всех выкашивать. Во-вторых, все же еще и попытки заигрывать с населением. И если начинать всех убивать, то, так сказать, партизанское движение, оно начнет расти в геометрической прогрессии. Да, вы посмотрите вчерашний ролик. Алексей Валерьевич там, кстати, очень доходчиво описывает, как планировали расправляться с населением. Слесарь Кип, спасибо за поддержку, спасибо. Да, контрольно-измерительные приборы. Я, между прочим, когда-то тоже занимался КИПом. Отлично. Да. Вячеслав Агафонов. Алексей Валерьевич, не подскажете в цифрах, какая была мощь всей Европы по численности против СССР на 22 июня? По численности. Все же численность сколько германских миллионов, вооруженных сил была 7 200 000 человек. И слава богу, надо, как говорится, многократно, не знаю, кому перекреститься, кому-то воспеть славу там, Марксу, Энгельсу, Ленину, но это была шутка.
Главное, что Европа все же не пошла на нас целиком. Потому что если бы, извините, был миллион французов в рядах с немцами на 22 июня 1941 года где-нибудь в Румынии, с которой Франция давние, так сказать, политические и военные связи, то СССР имел хорошие шансы потерпеть поражение. Поэтому слава Богу, что не вся Европа пошла против нас. Пошли немцы, пошли там словаки, румыны, финны и отдельные, так сказать, энтузиасты из числа северного, ну, венгры, да, и отдельные энтузиасты из числа французов, бельгийцев, испанцев, стран Северной Европы. Только отдельные энтузиасты, а не полноценные там контингенты, сотни тысяч человек. Слава Богу! И это очень хорошо, что, так сказать, людей хватило ума, там, при, там, не знаю, нелюбви к коммунизму, каким-то, что называется, обидам за то, что большевики не дали денежек за царские долги, не идти с оружием в руках в товарных количествах. Потому что все же два батальона французов под Москвой в 41-м году – это ни о чем. Миллионов был, не дай бог, не приведи Господь. Эдуард Каледзей, спасибо большое. Ваш канал и лекция Алексея Валерьевича хуже, чем наркотики. Если начал, уже не слежешь. Теперь остается только выпуски ждать. Спасибо за ваш труд. Наш канал без наркотиков. Мы просто такие хорошие. Ну, мы поняли, шутим, конечно. Да. Спасибо большое, спасибо за поддержку. Так, Дмитрий Поляков. Добрый вечер. Дед до войны, кадровый танкист, выпускник Челябинского танкового училища. С ее начала в 169-й танковой бригаде, по наградным старший помощник начальник бригады по спецсвязи. Вопрос, по каким критериям танкист мог попасть в спецсвязь. Спасибо. Уровень образования плюс какие-то личные пристрастия. Потому что понятно, что человек, который имеет склонность работать с тогдашним радиооборудованием, которое было, прямо скажем, не подарок, то есть его могли действительно отправить заниматься лучше, как говорится, постигать ламп, чем сидеть за рычагами, на лампы. Танкист Калашников в итоге каким-то образом автомат Калашникова смог сделать. Да, то есть тут именно вопрос в том, что число образованных, знающих людей, ну, было не таким большим, и любой человек, который обладал, в том числе какой-то инженерной смекалкой, он был на вес золота. Шамшин Алексей. В книге про 41 год вы писали про успешные действия советской артиллерии, например, в районе одного из немецких плацдармов на Днепре. Подскажите, воздействовала ли артиллерия на Ромашкинский коридор, были ли успехи и где про это почитать? Мне про это неизвестно. То есть я допускаю, что это был, опять же, 42 год, когда было туго с боеприпасами, и, скорее всего, это вот 41-й, там на довоенных запасах, там и под Киевом там по 6 боекомплектов расстреливали, и вот Днепропетровск Малиновского совершенно справедливо был упомянут. В 42-м году было, в общем, намного более уныло в целом. Данисима с орехами. Классный никнейм. Здравствуйте, хочу поблагодарить вас за ваше творчество и задать вопрос. Какие ВВС вы бы внесли в тройку лучших среди крупных стран? ВВС СССР, США и так далее. И небольших стран. Новой Зеландии, Польши и так далее. Ну, тут сложный рейтинг, потому что... Америкосы. Не, ну понятно, что американцы это дорого-богато там и прочее. Да. РАФ и англичане, и немцы, наверное. Да, тут, ну, я скажу за себя. Да, но тут вопрос именно в том, что одно дело, например, средняя выучка летчика, то есть могут быть ВВС немногочисленные, но с хорошей там средней выучкой. Если такие маленькие страны, вот Финляндия, хороший пример. Да, когда действительно мало. Но они, с другой стороны, и погоды. Но здесь тут просто вопрос был такой, большие и маленькие. Да, большие и маленькие. Но я так скажу, что, безусловно, наиболее прогрессивными ВВС с точки зрения технической, тактической, это были американские и немецкие. Ну, это объективно. Нет, да, бриты тоже все-таки они хорошо. Ну, бриты, они долго там... Они забрегали долго. Да, забрегали долго, летали тройками, там у них там свои были, что называется, заморочки. Ну, опять же, субъективно, с этой точки зрения, да. Но... Просто рядом вот с ними втроими, наверное, сложно вообще кого-то поставить. Да, ну, может, тут... японцы еще так чуть-чуть к ним приближались. Да, японцы, они, наверное, да. Опять же, разные условия. Вот советско-германский фронт с его огромным пространством, его очень тяжело сравнивать с Западом. Это даже сами немцы, которые воевали
там, и там, они говорили о том, что ну, вот то, что можно было делать на Западе, оно на Востоке не работает. Угу. Ну, из маленьких я вот, например, Финляндию бы отметил. Остальные как бы сложно что-то сказать, потому что... Ну, польские ВВС, они были, как говорится... Они хорошие были, но слишком быстро у них все закончилось. Да, быстро закончилось. А потом же они не отдельно уже действовали. Да, а польские ВВС, опять же, с матчастью у них было не очень хорошо, да. Так, кстати, и количественно в том числе. Венгерские неплохо себя проявили, ВВС тоже неплохо. Но вот тоже у них с матчастью в первое время было швах совсем. Поэтому так, сложно, про маленькие сложно сказать. Максим спрашивает... Михаилу на чехол с подставкой для планшета. Спасибо. Это, мы исправим этот недостаток. Исправим. Спасибо. Обязательно. Спасибо огромное. Так, Ю. Про деда есть информация на памяти народа. Про другого деда на памяти народа. Такой был и никакой другой информации. Потом близкие рассказали, наверное, потому что был штрамбать. Совсем не обязательно. Бывает, что про человека буквально осунуто в 41-м году одна бумажка. Да, даже послевоенный, там какой-нибудь вот этот вот из военкоматовский подворот. Но при этом могут быть эпизоды, там, что человека там забирал прокуратуру, но это, в общем, маловероятно. Это все же процент таких не повезло просто. Да, а так информация, да, могла потеряться, могла быть искажена фамилия. Да. Вот, у меня ко всем совет, кто ищет родственников, не находит, попробуйте поиграться с такими вещами, как может написание фамилии. Тейк 90. Где найти информацию о боях под взятию Черткова и Миллерова в декабре 42-го, январе 43-го? Или Черткова? Ну, во-первых, действительно, память народу, вот всегда как бы какая-то операция, которая отсутствует. Uh-huh. Ну, частично я это описывал в книге «Когда внезапности уже не было». Uh-huh. Потом что-то есть такой книга из воспоминаний Евгения Корти «Немногие возвратившиеся», там вот эту вот обстановку он дает. А так «Память народа», там какие-то отчетные документы по, так сказать, начинать можно с фронтового отчета, ну и там армейские. Они достаточно адекватно отражают общую обстановку, ну и конечно, проводить самому исследование, это тоже требует каких-то, может быть, что называется, определенных пристрастий. Еще можно попытаться поискать в библиотеке какие-нибудь сборники по изучению опыта войны. Там, по-моему, есть по таким вот эпизодам, может быть. То есть в Ленинке, например, точно есть. Вот кто в Москве, может в РГБ посмотреть сборники по изучению опыта войны. Там может быть. Мне, честно говоря, я не помню, был ли вот конкретно Миллерова Черткова, но может быть вполне. Антон Ижевск. Только что говорили недавно про март 43-го года Ржев с Алексеем Валерьевичем. Да, да, да. Март 43-го, да, мы о творческих планах. Надо раскрыть март, потому что в марте, что называется, ненормально высокий уровень потерь, и про это надо обязательно рассказать. Добрый вечер, Алексей Валерьевич. Знаете ли вы о действиях 348-й стрелковой дивизии в начале марта 43-го под Ржев? Мой дедушка воевал в ней в 1170-м стрелковом полку и был там ранее 8 марта 43-го года. По памяти так не скажу. Спасибо вашему деду. Но тем не менее, саму операцию в ближайшее время осветим. Угу. В чем там были, как говорится, нюансы? Константин Казмирчук. У меня тоже Samsung. Скажите, пожалуйста, почему фашисты не уничтожили всех мужчин призывного возраста? А, ну это же был вопрос. Это про это был вопрос именно ввиду того, что они были вынуждены балансировать на лояльность населения. Угу. Если бы, как говорится, Красная Армия была разбита, угу, дальше они бы раскочегарились на всю катушку, в этом никаких сомнений нет, а тут они вынуждены были, тут такой баланс, или мы, что называется, всех начинаем гнобить, но тогда нам надо тратить много войск на охранные дивизии, охрана тыла, потому что, угу, так сказать, отсутствие лояльности вызовет многочисленные, как говорится, акты мести, удары в спину, так сказать, и прочее. То есть отовсюду будет грозить опасность. И... Ну, оккупантов будет гореть под ногами земля. Поэтому они вынуждены были иногда прикидываться добренькими. И вот это вот прикидывание добреньким, оно, конечно, было тоже в рамках того, что вешать будем только тех, кто сотрудничает с партизанами, только расстреляем только евреев. Но это не означало, что со временем, да, со временем не пошло бы на всю катушку. И второй вопрос. А сколько набрали, когда пошли вперед с оккупированных территорий наши? Порядок величин, по-моему, около там 2.5 миллиона. То есть, да, нет, набрали приличные вообще украинские фронты в 44-м году. Они
поднимали за счет этих призывов на освобожденную территорию, практически восстанавливали силы быстрее, чем несли потери. Ну, учитывая, опять же, выросло мастерство, потери уменьшились, и они довольно большие контингенты призывали, поднимали, учили, ставили в строй и шли дальше. Юрий, Игорь Ожерелев, спасибо большое за поддержку, нет вопроса. Александр Юрин, едут фрицы к нам на танки, пьют вино, едят баранки. На закусочку врагу я гранату берегу. Какие прекрасные стихи. Ну, спасибо баранки, за вот поддержку. Мне неизвестно, кстати, был ли, практиковался ли в Германии. Брецели? Брецели? Да. Хайсноп, добрый день. В чем причина такого разного количества сформированных из пленных и перебежчиков частей на немецкой стороне по сравнению с Первой мировой и такого количества среднего и высшего командного состава, согласившегося сотрудничать с немцами? Ну, во-первых, масштабы войны, во-вторых, это была война на уничтожение, все быстро поняли, что альтернатива является не то, что там после войны что-то произойдет, а физическое уничтожение. Поэтому под угрозой голодной смерти, да, шли на сотрудничество, те же Хиви. Но при этом не надо недооценивать и то, что происходило там в Первую мировую войну. Угу. Первую мировую войну тоже существовали, кстати, тоже там егерский, 27-й егерский батальон. Скажем так, не было задачи массовизации этого явление, а так вполне можно было набрать и набирали, в том числе достаточно такие интересные взаимоотношения были у Австро-Венгерской империи с поляками в этом отношении. И здесь как бы можно поискать, что называется, биографии польских лидеров. Тот же будущий руководитель Варшавского восстания Комаровский, кем он был. Прочее. То есть тут это, ну, вопрос был именно в том, что война была другая, Вторая мировая. Это не от того, что там в одном случае, как говорится, кровавый режим, в другом случае там православный царь. Дело было совершенно не в этом. Я извиняюсь, вот еще Игорь Ожерелев, я говорил только что, вот написался вопрос. Где найти информацию по боевому применению, боевому пути 10-й отдельной штурмовой бригады Западного фронта в 1942-1943 году, битва за Ржев? Ну, опять же, либо память народа, либо в архиве. Во-первых, начать, конечно, надо попробовать, если это именно инженерно-саперная бригада, если я правильно там понял. Ну, да? Сложно сказать. 10-я ОШБ. Отдельная штурмовая бригада. Ну, вот. Наверное, можно... штурмовая. Если... Нет, они, по-моему, все же пошли позже. Это не 42-й год. Отдельный штрафной батальон? Ну вот да, больше похоже, больше похож. Да, больше. Ну, так скажем, в Подольске где-то там штрафные части отдельно заныканы. То есть это повезет, не повезет его найти. Ну, так скажем, можно просто по боевому составу посмотреть, кому он там подчинялся, и в отчетах частей, там и в журнале будет 10 посмотреть. Если штрафной, то, скорее всего, да. Мстислав, спасибо вам огромное за поддержку. Пишет, спасибо за вашу работу, Алексей Валерьевич. Спасибо вам за поддержку. Вот интересный вопрос, Дмитрий А. Алексей Валерьевич, как вы оцениваете действия союзников, союзных войск по замыканию котла в Фалезии? Как оценить слова Ронштадта, что Францию надо было оставлять после прорыва под Сен-Ло? Отвечая с конца, значит, Францию оставлять тут... Вопрос был в том, что значительная часть из немецкой группировки во Франции передвигалась пешком. Поэтому просто так вот взять и оставлять, это была задача нетривиальная. Нужно было еще потрепыхаться, чтобы оставить. Здесь нужно было все же дать бой, прежде чем отвести пехоту. А что касается замыкания, то имело место, конечно, определенное... так сказать, трение во взаимодействии между англичанами и американцами, которое ухудшило условия замыкания котла. И оставался вот этот вот коридор, то есть немцы имели возможность поддерживать коридор, через который они уходили. Поэтому Фалез часто рассматривают как такую, ну, ускользнувшую победу, то есть можно было сыграть и лучше. Хотя это, безусловно, большой успех союзников и
прорыв. И неуспех немцев. Да, и неуспех немцев, и причем успех в самом широком смысле, что и отразили контрудар под Мартеном, и действительно смело пошли на замыкание кольца окружения, так или иначе. Немцам было нанесено тяжелейшее поражение, которое заставило их как бы спешно бежать к границам Германии. Грей Вольф. Стоило удерживать Сталинград. В боях за Сталинград встречается описание, что немцы бомбили бочками каким-то мусором. Странно и нерационально. Что значит удерживать Сталинград? Стоило ли удерживать Сталинград? Ну, скажем так, если не удерживать Сталинград, если оставить город Сталинград, то немцы выходят на берег Волги. И все, мотанга. Затем собирают имеющиеся части, которые штурмовали Сталинград, поворачивают на север. И измотанные контрударами войска Сталинградского фронта получают Крымский фронт в мае 1942 года. Вы посмотрите ролики Алексея Валерьевича, да, там все подробно рассказано. То есть это я в книге прямым текстом пишу. Проблема именно в том, что была двухходовая игра. То есть пока мы держим Сталинград, часть немецких войск задействована в штурме Сталинграда, это и артиллерийские части, и штурмовые орудия, и в конце концов та самая пехотные батальоны. И они постепенно там, что называется, перемалываются в уличных боях. Если вдруг собирают защитники Сталинграда вещи и уходят за Волгу, эти все силы высвобождаются. Где их применят, совершенно неизвестно. И удар мог быть внезапным и с самыми тяжелыми катастрофическими последствиями. Планы были, можно определенно говорить, что у немцев был план. Причем, как ни странно, они собирались даже чуть-чуть на полпальчика задействовать итальянцев, то есть с ударом через Дон. И, с криками «совой-совой», естественно. Да, с, так сказать, боевыми кличами форсировать Дон и обеспечить такой плацдарм, на который бы вышли немецкие танки, замкнули бы кольцо. И был бы Крымский фронт мая 1942 года, но в издании октября 1942 года по Сталинграду. Могло быть очень плохо, то есть тут вот эти вот израненные неудачами в наступлении части, они были уязвимыми к контрударам немцев очень сильно. Тут еще вот два вопроса про прибалтийских коллаборантов, в том числе. Вот Строилов Дмитрий, спасибо за поддержку. Здравствуйте. Спасибо за стрим. Алексей Валерьевич, не соглашусь с вами насчет прибалтов. Дед воевал в 179-й стрелковой дивизии, стоял в Литве вои Великие Луки, Торопец, и далее за северо-западный Ржев погиб 19.11.41. У них, начиная с июля, в списках потерь в основном русские, литовцы дезертировали. И, это риторически. Я так скажу, что я советую работу историка Булдыгина. Mm-hmm. Вообще, кстати, относится к тем, кого я большим уважением читаю и слушаю. У него вот есть работа по как раз-таки этим территориальным корпусам, как они у нас оригинально назывались. И вот я скорее согласен с его оценкой. Понятно, что на пополнение приходили уже там этнические русские, но тем не менее даже первоначальный состав и были все же лояльные советской власти люди. Так, вот у нас вопрос тут про проявление жестокости. Это правда ли он предложил? Константин Казмерчук. Спасибо еще раз за поддержку. Спасибо вам. Расскажите, пожалуйста, факт проявления жесткости Жукова. Правда ли, что он приказал расстрелять перед строем командира полка 1-й дивизии народного ополчения за то, что как вышедший из окружения отправился домой? А каких еще жестоких решений Жукова можете рассказать? Это про 1-ю дивизию народного ополчения, это явно какой-то там апокриф. Вообще, если расставлять точки над «ё», то у командующего фронтом было гораздо меньше возможности человека стрельнуть, чем у какого-нибудь командира дивизии или командира полка. Командир дивизии или командир полка мог бежавшего с поля боя применить против него оружие. Этим пользовались, и на поле боя мог вполне легко это оружие применить. И более того, это написано было в дисциплинарном уставе. Что касается жестких решений Жукова, то это... И вдогонку тут же, за счет чего Жуков умел наводить в армии железную дисциплину, крепким словом, криком, угрозой, та-та-та-та-та-та. Жесткие решения Жукова, это, опять же, по приговору
И люди были, скорее всего, расстреляны, потому что, что называется, их следы теряются. Это за прорыв под Розой. Там, по-моему, командир дивизии и ее комиссар. Это у меня есть описано в «Котлах» 41-го года. Это эпизод там, с конкретной фамилией, по-моему, фамилия Герасимов. Но не уверен. Это как бы так могу ошибаться. Да, был отдан под трибунал за то, что... Хотя их, в принципе, обошли с тыла. И были действительно осуждены и расстреляны. То есть, да, Жуков не чурался крутых мер, но в целом за счет чего наводил железную дисциплину? Ну, вообще говоря, за счет создания системы. То есть, вообще Жуков прилагал усилия к тому, чтобы, так сказать, назначать нужных людей. Да, мог на кого-то прикрикнуть. Здесь именно, вот, опять же, раздражение человека, который понимает, как делать, от того, что люди делают, как говорится, не пойми что. Ну, опять же, вы имеете в виду, что особенно в стрессовых ситуациях иной раз и рукоприкладство хорошо работает. Если кто-то там не работал, там, не служил в мужских коллективов, он, наверное, не поймет, а вот кто как бы бывал в разных условиях, то знает, что, ну, часть людей просто не понимают, например, языком в некоторых ситуациях. Нет, я не говорю, что это всегда происходит. Большинство людей, естественно, вполне себе. Но вот порой проще, например, там как-то физически воздействовать человека. Но тут опять... На кого-то морально, на кого-то физически. Это же, опять же, еще и зависит от человека. И все же Жуков был человеком, который умел, как бы, вот, проецировать волю. Он был человеком, который умел убеждать. Вот, вот есть такие люди, вот, есть, которые умеют заставить это... Вот командные навыки, это тоже входит. То есть такой, как бы, ну вот, не сказать, там, не просто крик, там, не просто какие-то манипулятивные приемы. А вот именно, что называется, уметь убедить. Уметь, так сказать, посмотреть иной раз, или там что-то сказать тихим голосом, что человек, до человека дойдет. Опять же, имейте в виду, что личный авторитет Георгий Константинович, он все-таки, начиная с гражданской, и Халхин-Гол, и мало таких было людей, которые настолько воевали хорошо, и все прекрасно это понимали, на самом деле, да, скорее то есть всего. То, что, да, эта вся система власти, она тоже опиралась на, и на авторитет, и на, опять же, постановку реальных задач. Опять же, вот, и были жесткие решения, бывают, наоборот, мягкие. Вот, опять же, корпус Соломатина выходит из окружения, и офицер генштаба при корпусе думает, ну вот, все, сейчас там Жуков взял на себя командование там 41-й армии, сейчас он на нас будет орать, там сейчас мы, так сказать, узнаем, почем фолд лиха, а он, как говорится, наоборот, очень тепло их встретил, расспросил, как выходили из окружения. То есть он, опять же, понимал конкретную ситуацию. Что и реально тот же Соломатин там сел в танк сам и знал, что в танк будут стрелять в первую очередь. Сергеевич, ну, я думаю, что нам 5 минут еще есть, да, и будем заканчивать. Давайте у нас буквально тоже штук 5-7 вопросов, давайте блицем прям по-быстрому. Давайте. Во-первых, Григорий Черкас, спасибо за поддержку. Евгений Колесов, спасибо. Чем занимались химические подразделения в танковых частях? Огнеметами стреляли. Изначально, да, огнеметы и дым. То есть химики – это огнеметы и дым. Дмитрий Вохмин. Будет ли рассказ Алексея Валерьевича про сражение озера Балатон? Т-т-т. Будет, дойдем, конечно. Дойдем, конечно, дойдем. Алекс. Алексей Валерьевич, спасибо за вашу работу. Над чем сейчас работаете? Есть ли в планах теле- и кинопроекты? Есть и теле- и кинопроекты. Но вот сейчас я вот несколько так, что называется, погружаюсь в экономику. Ближайший, опять же, будет апгрейд «Битва за Москву». Работа будет в иллюстрированном формате. Это вот то, что сейчас работаю. Куда из Казани? Ходили слухи, что Турция и Япония ждали на старте исход Сталинградской битвы, чтобы торжественно вступить в войну. Так ли это или только легенды? Значит, в отношении Японии ожидали скорее Смоленское сражение. В отношении Турции действительно Сталинград. Причем весной 43-го года турецкий офицер приехал к Манштейну в группу армии «Юг». Ему, так сказать, дорогому гостю показали даже «Тигра». Есть, по-моему, даже хроника с этим. И по итогам, посмотрев на «Тигр», посмотрев на все остальное,
турецкий офицер написал, с вермахтом связываться не надо, они скоро нам проиграют. То есть они, этот доклад есть, так сказать, в архивах, то есть он найден, и это замечательная прозорливость, то есть турецкий офицер смотрел в корень. Да, ну и вот два, наверное, таких юморных вопроса. Сначала Шамшин Алексей. Скажите, какого автора стоит почитать про действия советской артиллерии? Вы как-то писали, что встречали отметки Широкорада на корешках к делам в архиве. Стоит ли ему доверять в части артиллерии? Нет, Широкорада не встречал, честно скажу. Это, да, я могу точно сказать, кого я встречал. Это, например, встречал Михалева. Ага. Михалева совершенно точно, потом некоторых из, вот, например, из историков, которые еще под эгидой Генштаба этим всем занимались, вот их встречал. То есть несколько знаменитых фамилий, да, я встречал, но Широкорада, скажу честно, может быть, я пропустил, я не буду ничего говорить, но нет, не встречал. А что касается артиллерии, ну, на самом деле, труд его эпохальный там по артиллерии, он как справочник вполне себе подходящий. Есть относительно молодой ученый Олег Кощеулов, он таким узким вопросом, например, артиллерия в боях за Познань, работал там частично там, по реактивной артиллерии Красной Армии. Но у нас, не могу сказать, что это востребованная тема. Прям вот. Александр Войнов, насколько широко использовались велосипеды? Они захватили миллион трофеев в Голландии, во Франции, там, в вермахте. Использовались очень широко. Понятно, что в наших реалиях, особенно с наступлением, как говорится, знаменитой русской распутицы, это было очень сомнительное средство, но летом 41 года, да, они использовались, в частности, например, в боях за Лейпаю. И давайте последний вопрос. Максимус, насколько сильно вы ждете эпохальный труд о Второй мировой за авторством Панасенкова, Евгения? Как бы вот совсем не жду. Это же, говорят, смешной вопрос был. Да, вы не поверите, я вот кого-кого, а его последний. Вот если говорить о том, чего я жду, вот чего, что бы мне хотелось почитать, это там Невенкина по Восточной Пруссии, потом я бы не отказался почитать что-нибудь Джорджа Найпа или Нэша, если брать иностранных авторов. Потом, наконец, вот я в камеру говорю, вот Валерий Николаевич Замулин, когда Панери? Вот когда Панери? Да, Валерий Николаевич, когда Панери? Вот это когда я, жду, а боюсь, что указанный автор вряд ли нас чем-то зажигательным поразит. Поэтому вот нет, Евгения нам нравится. Нам нравится его искрометные выступления в Ютубе. Нам нравится его такая широкая, открытая жизненная позиция. Вот поэтому пусть пишет, ради бога, господи. У нас все пишут. Кто сейчас не пишет книги по Великой Отечественной войне? Да, господи. Но тут вопрос именно. Да. Пусть расцветают все цветы, как говорил Мао Цзэдун. А мы будем записывать ролики с Алексеем Валерьевичем на регулярной основе и дальше. Да, с Федором Викторовичем, надеюсь, будет продолжено сотрудничество. Мы просто постоянно записываем ролики, в основном по истории Великой Отечественной войны, вы все знаете. У нас будет расширяться, так сказать, спектр авторов, спектр тем. Мы, естественно, никуда не оставляем тему сражений Великой Отечественной войны день за днем. У нас Мирослав Эдуардович, так сказать, флотскую тему продолжает, да, развивает. Так что... А так будет мартовский Ржев, опять же, практически малоизвестное сражение. Угу. Так что все своим чередом, все будет. Спасибо большое, спасибо, что вы нас поддерживаете, спасибо, что так живо участвуете в работе канала, спасибо, что поддерживаете Алексея Валерьевича. Алексей Валерьевич, вам спасибо. Приходите к нам еще. Обязательно. До новых встреч. Всего доброго. Всего самого наилучшего. До свидания.